количество основное 20, у вас на команду есть 16 тысяч долларов, и вам надо распоряжаться этими деньгами до конца. Самая уже! Здесь играет. Итак, так же, это твое, что ли? Да, после смерти человека в ночном клубе, да, реально про уже, блять. его посещаемость значительно снизилась, и владельцы решили его продать, а вещи выставить на аукцион. за что? А, да, э, я надеюсь, вы услышали. Смотрите. А сейчас у меня я не, не вижу, почему-то. Да. Я скину. Я вижу. Другая ссылка, ребят. Да, я Если вы услышали, вы бы услышали. Я ну, слышал, это очень уважаю, уважаю. Ребят, я могу вам, в принципе, в Дискорде включить. Ну, так, все. ты будешь расходиться этот по, да, я по комнате. А, том, -то. в... Точно. Так, все, расходись по комнату, по своим командам в Дискорде. Вот тут между стрим 1, стрим 4, стрим 5 вот это. Окей. И я буду к вам заходить. Я зарком. Выводите с за ш... Че? Чур? Я чур зарком. За Кост? Алло. Я <с все <с проебала. Я в муте была и не слушала. И к этому история была о контейнерах. После а -а -а -а. смерти человека в ночном клубе его посещаемость значительно снизилась, и владельцы решили его продать. А вещи выставить на аукцион. А, у вас 16 тысяч долларов. И про эту историю проебала, или которую он изначально говорил? Ну да. А про эту? Да-да-да. Ну ты вообще охуевшая морда не слушаешь? Охуевая. Ну, блин, там спамили просто очень много. Я прям голова да, заболела. Согласен, спамят, спамят сильно. Я поэтому вот ключку уже уходить начал. А, ну смотри. Мне кажется, это стоит... Он сказал... Подожди, ты сказал, я... ты потратил на все 150 тысяч долларов? Да это я так от пизды а -а -а. ляпнул. А, ну ладно, тогда на это не... Mm -hmm. это. Блин, да я не думаю, что он дорогой. Дорого к... к... Не, я думаю, что недорогой. Там просто что-то еще за это... Там... Вот рядом за колон... колонка, да, рядом, Смотри, что там это? там колонка, там сабвуфер, там рупор, там э, диско-шар. Ага. Потом эта хуйня, которая тоже световая хуйня снизу, которая справа. Ага. За, ним, за ним что, я не понимаю? Я... Вот это пока что не знаю, там что-то переключается, знаешь, типа вот эти вот ползуночки. Диджейский пульт? Не знаю, возможно. Так, и, что вы думаете, вы будете сражаться за этот контейнер или нет? Да не, особо, я думаю, мы скипнем. Ну, я думаю, тысяча, может, баксов, может, тысяча пятьсот, типа, максимум. Да, до тысячи баксов я до полторы тысячи баксов я поторговался, больше бы не Ну, сперва. не больше, типа, полторы баксов. Алло, я вас не слышу. У нас М не слышно, да. Или это у меня? А -а -а. Или это у меня, скорее всего? блять. <звуки> фух. Не-не, это у меня у меня фол <звуки> Я это. думаю, что Ну мы косарь ставим точно, твердо косарь. Вань, а ставим. нахуя рассказывай, что мы тут ставим, Вань? Ой, мы не ставим косарь. <с>... <св> Нет, не ставим. А нахуя громко в клубе, Вань? Чтоб толпа знает. слышала. Так а мод это колонки на да, бля. да, да. Так, то Мне есть вы будете сражаться за него или будете что-то повыгоднее? Ждать? Да нихуя, там микшерский пульт за колонкой какой-то стоит, точно будем. Да блять, нахуй ты говоришь, Ваня, блять! Ну, да блять! Ё, блять! Они же слышали, не слышат, блять! слышат, блять! Пока слышат, что, Ро... Ваня, блять! Да, да, да. Блять! Вань, все нахуй, на стелс миссию. Знаешь, что такое стелсинг вообще? Да, никто вас не будет слушать, блин. Нет, Вань, знаешь, что такое Мы ставим 77 тысяч. У вас нет столько. А мы найдем. Блядь! А мы найдем. займем у ребят. Ну да. А если с каждого почти сколько их там штук? С каждого по 16 тысяч занять. А, нет, у них в общем 16 тысяч. Это... Так реально, давай у них бабки заберем, и мы выиграем. 30. Это 50, ну да. И все, и у нас как раз таки будет около 70 тысяч. А он ушел от нас, что ли? Нет, я тут все. Я вас а, 54 тысячи всего. Да похуй, короче, похуй. Сосед! Алло, и у меня прям я долетела, но <как> <Алло, как> я прям доставала. Алло, алло здорово, Рома. Алло, ты, ты хочешь делаешь? спросить, будем ли мы драться за этот контейнер? Да. Да, кровь. <как> <До> <как> крови. Если, если что, если вы 16 тысяч долларов потратите, вы все равно не себе стрима. Не ты <как> дурачок, блядь, кто <как> эту хуйню за 16 тысяч купит, блядь. <как> Или подожди, ты намекаешь на то, что я не хочу сидеть на контейнерах? Нет, не навекали. Ну все, мы тогда пошли, Ром. Реально, вот это вот неуважение. Ты на контейнеры меня звал? Да. Охуел? Ты лох. Я вообще-то сам попросился. А, ну... Ну либо так. Бля, ты блядь. у меня ОБС нахуй падает уже Ну ничего, не расстраивайся, чел, у тебя 8000 онлайна, блядь. При нахуй, при нави игре, блядь. У меня нахуй вчера меньше онлайна было, чем у тебя, блядь. вчера нави в рот выебали в жопу, блядь. А, он тут уже пиздишь. Итак. Что, будьте брать этот, когда Мы будем, мы Вась, будем. Когда я приеду я тебя в жопу. Хорошо, выйду. я тогда этот по быстрому сгоняю еще. Мы вот будем, вот. ну за до до. до... Слышь, скажи по честному, мы же с тобой друзья. Сколько ребята сказали, что будут? До, 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 <coughs> до куда, до какой суммы? Да как, куда, да какой. Да я тебе скажу так, что я зашел к Вину, и он параноид, что там кто-то чекает стрим, и поэтому он вообще ничего не говорит. Сказал за 80 а -а -а. тысяч выбрать. Алло. Че тебя кикнули как? Алло. Алло, у тебя Жожа съебался куда-то. Да, похуй на него. Давай, чё, Косыч, готов сражаться за этот контейнер? Чё, Мигра? Алло, да. Алло. Да. Yeah. Что, yeah. вы э, будете его брать, не будете его брать? Напоминаю, у вас 16 Пошел тысяч нахуй. на всю игру. Пошел нахуй. Ладно. Заходите в общую руму. Алло. Алло, алло. алло, заходите в общую. Да, но... Заходите в общую, ребят. Угу. Так, надеюсь, ничего не лагает. Что нас мне не спросил? Ром, пошел я, нахуй, Жожа. Ром, извини, пожалуйста, мы хотели пошутить. Ром, извини. Ой, это что такое? Ром, мы просто хотели пошутить. Это да хорошо, да все нормально, заебали. Гвин дай, а, дай нам купить, дай нам купить. Можно я тебя быстро договорим, сколько купили. После да нет, мы это вы... обсуждали, сука. Ну, выключите Ром. эту хуйню, пожалуйста. Да, а, по башке по по бьет пиздец. Ебать, бесит, пиздец. Бля! <связать> <связать> не, Сереж Костыч, вы сечете? сейчас покупка будет идти, сейчас будет тя. Бля, слову, а какие я эмоции сегодня получил? Это <связать> просто пизда на хром ты приезжаешь, мы идем в тир. Бля, такая кайфуля. Это <связать> пиздец, это просто это одно из лучших э, эмоций, которые я не не получил не за последнее время нахуй. Это <связать> это разъеб какой-то, блядь. <связать> а что было то такого? Это так кайфово, это так круто, пиздец. А ты когда начал стрелять, ты сказал, сказал, заряжайте автоматик. Угу. Ладно, сори. Да. Так. Именно так говорил. Так. Так. Сделал вербайв вместо снизить, да, все уже похорон. А, итак, ребята, смотрите, стартовая цена этого контейнера у нас 100 долларов, и шаг, с которым вы можете торговаться, 100 долларов. Я считаю, а, после чьей-то ставки я считаю 1, 2, 3, продано, и после слова продано уже нельзя делать ставки. Итак. Уже продано, блять! Нет. Я думал, уже продано, ебать. Нет, не уже продано. Итак, стартовая цена этого контейнера. Блять, сука, да все лагает, нахуй, я рот ебал. Стартовая цена этого контейнера 200 долларов и шаг 200 долларов. Я переполнил Все, аукцион начинается. Косты 400. Гвин 1000 долларов раз. 1500. 1500 Эвилон раз. 1700. 1700 инсайдер раз. Ладно, бери, 1700, инсайдер. ебай, хули, бери! Бери, бери. бери, бери забей, я, я не бери. слышу. 1900. 1900... 1900 я раз. Я говорила 2000. Нет, а, а... А, Наташа 2000, говорил, 2000 раз и просто... Ребят, только а аукцион! 2000, 2000 генсуха, раз. Бля, понятно. А что же нельзя, там же 1900 было. 1700 было, 1900... 1900, 1900 было, Костич. 1900, 1900 было. сказал после Наташи, я тут говорю, ребят. Ага, 2000, генсуха, раз. 2000, генсуха, два. 2200 2200 да, да, Да да ну поем не надо 2200 да, да. не надо Ребят пожалуйста только, только цифры <с <с ну, Пожалуйста 2000 костыч Костыч раз 2000 костыч два 2000 костыч три прода Две 200, какие две тысячи? Две потому что вы пиздите, ребят, во время извини, аукциона извини, извини, ж, просто так. Во время аукциона извини. же не пиздят, шеф, бля, конечно. Шеф, мы баллы завалили. Не должен следить Сейчас, за всеми ебальниками, Я просто чисто на JBL, блядь, дискошар и, блядь, Все, все, мы завалили ебало, шеф. вообще стоит, блядь, сам по себе. Давайте мы начнем открывать контейнер. Там мониторы уебанские стоят, я ж вижу, блядь, это говно, нахуй, стоит столько денег. Итак, ну может там свет какой-нибудь ебнутый? А -а. Так, так, сейчас мы узнаем. Ну, может на долларов 100-200 в окку выйти максимум, блядь. Итак, я начинаю а продавать хуяся! Ой, ебать, случайно открыл нахуже. Это что? Я... Это я начинаю продавать вещи косточку. Это, 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 блядь, 20 долларов максимум. А блядь, хули ты продаешь мо ⁇ блядь? 75 О, прайс, это блядь. то, что ты продаешь. А. Это твои блядь. вещи, ты смотришь там... А там, а там, Сатарь. а там, вы еще... Какая-то хуня прям была. Микшерский 4, пультик нам спрятался. А, там еще я не видел О, а, прям. Прям может дорогим быть, ебать. Я не видел прям вот этот ебаный сука. Плюс, плюс 900, нахуй. Вот так вот, нахуй. Красава, красава, красава. Так, поздравляю, Кос, сейчас с первой покупкой. Идем Хорош. дальше в следующем контейнеру. Цело. Оба. Ой, ебать, пицца Итак, нет. Так, один богатый писатель был поклонником антиквариата. После того, как он попал в больницу своей дочери, он сказал продать все на одном из аукционов. Все, это история, которую надо знать, расходись по комнатам. Угу. да угол, это блин. хуйня по-любому. Ты про хруст, <связанное> я согласен. Вань. А? Сколько тысяч стоит, Вань? А? Алло. Да, дай, может сделать. сразу. Ну да, ну да, да. как а, то это а, а, а вообще? А, а что ты захочешь, что а мы должны говорить, когда захочешь. а, Ну просто, что вы думаете про этот контейнер, будете ли Мне, мне о... кажется, это, это говно, пенсионерская дед был старым, не старым пиздоболом, не но просто решил наебать красивого, красивого детей, чтобы потом за него боролись, про из-за него там наследство делили, или родственники Если он знаменитый, то там, очевидно, стоит дорого. Ну, он мог просто хуйню отдать. Ну, блядь, эти столики ебаные, это в каждом кафешке стоит давно. Да, не, кажется, нет, чё, был знаменитый или нет, как понять? Никак. Не какой-то антиквариатор. Не, ну да, вообще... честно, такая мне сейчас кажется, кажется хуйня стоит, вообще ковер абурганский ну, да, б... У меня ковер такой, блядь, у деда тоже висит Да, да, мне кажется говно На стене Да, это хуйня так, может быть, суп, либо супер дорогая, да, либо не супер... Не а, подожди, там вот глобус, и там этот, блядь, атлант или кто, блядь, держит, держит землю Вот эта хуйня может быть дорогая, потому что там статуи Иван. внизу, а статуи дорогие Да нет, ты да. че? Да, дорогие, может быть, вся такая... Ты, конечно, из дерева, не? И че карается? У ну, вас такая такая фигура именно сделана, то, то можно хуй стоить. Так хорошо, я вас услышал да, плюс-минус. Вы можете можешь этом... понюхать мою беброчку? Алло. Тогда это будет просто вот от дешевого, если дешевая где-то в тысячу баксов выходит, с полторы У -у -у. тысячи баксов, то дорогой, это выйдет на ну, типа в три в четыре к, в три, в четыре ка. Ну, трех до четырех, да. Ну, потому что то, что человек, вот который держит глобус, если это прям реально ну, раритетная какая-то мебель, и это прям дорого, то он, она может стоить там полторы тысячи баксов. Спокойно. Так что, ребята, ну, вы будете за него там. бороться или так же с... А, а с... блядь, ты уже здесь а, сидишь сейчас... это время? Да, и что, за запретки не ебашься? А здесь... если я запретку бы сейчас хуйнул бы? Нет, не хуйнул бы в комнате стрим 4. Я таких слов не знаю, конечно, я бы не хуйнул бы. Рома, это раритетная хуйня точно или это наебало? Ну, это антиквариат. Антиквариат. Ну mm -hmm. все, тогда это, по идее, нормально стоит, да. Ну, я думаю, мы поборемся за этот контейнер. Так, хорошо. Но я ну, бы спасибо. себе часики повесил бы на кухне. Хорошо, я иду дальше. Так, алло. Нет, понял, который стоит. да. картина я попомню. Карта видос это. Если это оригинал. Это если оригинал, понимаешь? То есть, как бы, типа, если это оригинал, то, конечно, ебашим нахуй. Просто сейчас сходу ебенем просто. Двушку нахуй, сходу, блядь. И дальше, сука, до шести тысяч торгуемся, Ваня. Базар? Заявись. Да. Все, я вас услышал, больше ничего. Да, да, да. Алло. Алло, Ром. Алло. Короче, ты сказал, что это дорогой кейс и, ну... Подожди, а можно, можно спросить? Ты сказал, что был богатый писатель, но это же не значит, что он покупал все... все дорогие вещи, правильно? Ну, конечно, не значит. А может и значит, не знаю. Ну, подскажи. Нет, не могу. Ну ты разъебал вчера наши все четыре города. Ну, а ты угу. меня сегодня разъебал, блядь, полстрима. Чтобы так я же компьютера... наоборот для, для чтобы прикола. Мне, чтобы меня компьютер обил. Так я тоже для, так... для прикола. Ну не могу. Так, не так. вчера не смешно было? Мне смешно было. Ну подскажи по-братски. Ну не, ну не могу по-братски. Ну, он покупал дорогие вещи? Ну, не знаю. Как чувствуешь, брат? Ну, блядь, слушай, хуй его знает. Ну, по чуйке. Он вот вчера умер, я его спросил. Прям вчера? Да. Ну, опознанием. Ну, Раз вчера, значит, она дорого должен стоить. Так, бля, все, почему он постоянно в нашей комнате? Я не знаю, где он заебал. Его сейчас людьми Можете помолвить всех сюда, пожалуйста, потому что я в дискорд зайду и сейчас пиздец будет. Ташкерит, ташкерит. У нас уже вообще обсуждение? Да, да, да. Ну, мне кажется, что дерьмо, да? Мне кажется, это бурмалт of the days. Да, да, да. Итак, ребят. Напоминаю, что стартовая цена ни на что не влияет. Там даже если контейнер стоит 100 долларов, стартовая цена может быть 500 долларов. А если я за него 6 тысяч А, Максу еще удобнее, потому что он очень высокий, я думаю. Насчет чего? А можно вопрос? Да. А может что-то открываться здесь? В плане? Типа, там что ты думаешь, откроется ну, например, глобус, нет, и там будет... Все есть. предметы, которые есть обычно в вашем поле зрения. Понял. ты понимаешь, там вот эта хуйня, где для глобуса, там обычно для виски и для... Да, я уже загуглил, такой стоит 18 тысяч рублей, и там... Алло, гуглить нельзя, спасибо. А, да? Бля, я ну, конечно, ебать, Вань, ты что, вообще долбоеб? В смысле? Какой это не гуглил. А, да. Не, я реально загуглил. Ну, да я тоже думаю, бля. Бля, просто отберите его, ну, похуй. А чё, бля? Не, гуглить нельзя. Это в этом суть, типа, тебе да, нужно понять, сколько Ладно, стоит. не буду. Но я вам сказал, что я такой нашел 18 тысяч рублей. Все, все в равных условиях. Класс. Это сколько, 250 баксов? Так, и пока все переводят доллары, ребят, стартовая цена на этот контейнер у нас 500 долларов. Шаг 2 500. Э, блядь, ты что, знаешь, что это за картина? Аукцион начинается, раз, два, три. Так, 2 500 Авилон, раз. 3000. тысячи. 3 тысячи, раз. 3000 фруктоска, 2. Мне кажется, это 3000 фруктоска, 3. Продано! Нет, я же долбоеб за 500 покупать. Я просто долбоеб искал. Называется, а попалась на дешевку. А как ты понял, Вадя, что тебя перебьют нахуй? Так, ну... Нет, это дорого, это дорого. Я слишком уверенно сказал. Чувствую, дорогой контейнер. Я хотел, чтобы ты... Деньги, деньги, деньги. Нет, ты еще пососешь, бибон. Ну, это, так, ты, ты за три тысячи, стреля... за три Я не верю, что, что тут все дорогое. Если дорогое, похуй, да, пусть да. поебать. Ковер, блядь, самый заебись. Итак, но но ковры дорогие. Оль, на чего смысле. начнем? С ковра. 220 Ой, Случайно со столика, значит. Тысяча, тысяча, тысяча баксов будет примерно. 20 или, долларов, или, блядь. Или, тысяча, или 1200 баксов. Я надеюсь, даже 1000 не будет. Ковер уже 120. Мне кажется, Стол 300. Неплохой стул. Неплохой стул. В этом не было ничего вообще. А Почему такой дорогой, блядь? давай Минус, 600, А, минус 600. ладно, минус 600. Бля, я не знаю, может... А есть у кого-то вырыбай, блядь, потому что это просто пиздец. Ну, может... Вырыбай мне в Дискорде что, не? Ну, в Дискорде вы же будете по комнатам бегать. Как вы А, ну да. А у Дины, может быть? Да, ну нет, я тоже. Вать! У меня 8 градусов, Вать кинули, что за хуйня? Все. Я это понимаю, это да. Трансфер. Так, я сейчас посмотрю. <свист> не чё? надо. Чё, это тебя походу меня вообще? Бля, Диман там тоже въебался, Правда, походу. Они не Трансфер. <свист> сегодня рейд, либо я ухожу. Пока. <свист> как вы, блядь. Ну, <Но свист> дам тебе в два ночи, хочешь? <свист> можно в 6 утра. Я буду сегодня ночью же стримить. А что мы ждем Романды? Да давайте. Да, секунду, секунду, я пробую залогиниться в Романду. А, Роман. Я сочиняю Роман. Надеюсь, доедем. Mm -hmm. После обновленного обор обновления оборудования mm -hmm. в стоматологическом кабинете, все старые было продано на аукционе. Mm -hmm. Вот такая история, расходитесь по комнатам. Мне кажется, они искали небольшой прикол. Так, ну что, вы себя чувствуете, однокомандующий? Не жалейте, мы можем подслушать. А, на вы тут сидите? Ну да, мы тут сюда сидим. Вот крыса, блядь. <laughs> блядь, если меня слышно, то... Хотя, скорее всего, меня нихуя не слышно. Uh, у меня... Фу, блядь, я не могу зайти в Дискорд никуда. Ну да. Не, мы можем на стриме, кстати, смотреть картинку. Какая нам разница, что задержка маленькая, без звука просмотришь все. чтобы этот пробел заполнить. Стартовая цена, так, чат в F5 нажали, все, надеюсь. Стартовая цена этого контейнера, смотрите, 100 долларов и шаг также 100 долларов. 100 долларов? Да. Ну это ни на что не влияет, я могу даже тысячу поставить. Подожди, братан, а если у меня только гривны? Стартовая цена 270 гривен. Шаг 2700 также... 1700, 2700 ты имеешь в виду, да? Да, 2700. <сёк> давай, давай, а давай, а давай, Так, все, шаг также 100 долларов. Все, начинаем аукцион. Раз, два, три. 1200. 1200 долларов Гвин раз. 1200. 1700. 1700 долларов Жожа раз. Бля, сюда ты на 1700, 1700 <сёк> Жожа да, да, да. два. Мы скипаем, 1700. Я не вижу смысла эту дорого 3 брать. Это изи. Почему ебанат? Это, вы Почему ебанат? это, это может дорого стоить. Это вы да, такие нет. лохи. Медицинская техника так дорого стоит сейчас сосать Ну а техника, мне кажется, она это вообще копейки стоит. Это, по для да, техника, да, да, Ведь да, больше здесь. Да, техники да, здесь да, да, нету. Техника, вон комп стоит. А, была это проблема бред. в том, что... Да нет, ну, это как... дешево, ну ладно, Дороже 1700, а купить. Подожди, подожди, тихо, ну, Посмотрим, посмотрим. Э -э -э Ром, в чем проблема? Ну, подсказка, наверное, что она подсказка была в том, в том, что это в... старая мебель, то есть она не... Да. Уз... Ну, то есть все равно цена ее, Ой, но бог. так как она устаревшая, то она будет... 1700, 1700 это вообще Давай, брат. брат, только называй теперь суммы, ты же понял, да? это 400 долларов, 210 долларов, шкаф... Кроватка какая 220 долларов, 250 долларов шкафчик. Шкаф 260 угу. долларов. 200 а, так 600, да, он купил 460. 60. Да, Жожа хороший, долларов. Я говорю, я Я говорю, О, я все равно купил. Нормально. Хороший а, Блять, какая-то какая нахуй задержка у меня на стриме, пиздец. У меня тоже пиздец. Блять, 5 а, нажмите. Да нет, я задержка не меня не она, она, не работает. она все равно она у вас есть. Задержка у нас Да, стриме. да. задержка ебейшая. Да, похуй, это не важно. Да, похуй. Ну, она секунд 15, походу, так, где так. Или 20. Цельники просто. Ой, настолько начинаю видеть ценники. Угу. Да, ну, это скорее всего из-за того, что миллион раз стрим падал, короче. Да, да, mm -hmm. да, да, да. Ну и при этом, если не перезагружать, то там еще дальше делай будет. Да похуй, нам же озвучиваются, равно цены. Странно. Да, но цены я буду озвучивать, а эти контейнеры вам скриншотят. Смотрите, у нас сейчас э, секретный контейнер, я вам закидывал в дундуки. Э, стартовая цена на него 200 долларов, шаг 100 долларов. Тут может быть что угодно. У нас есть история. Э, mm -hmm. Эта вещь приносила... А, нет, стартовая цена 500 долларов и шаг 500 долларов. Эта вещь приносила радость и незабываемые эмоции детям, а также большие деньги владельцам этой вещи в ТЦ и аэропортах. Вот так. В ТЦ и аэропортах? Да. Mm -hmm. что, что в аэропортах есть? Ну, Магазин, наверное, наверное мне кажется, автоматы с едой, типа, такая хуйня. Ну, а, мы там с конфетами, может да, быть? Да, с едой, с едой а -а -а. типа, с напитками. Нет-нет, а, нет, на таких контейнерах вы сидите все вместе, у вас есть буквально минута, чтобы обсудить, вы можете вместе все обсуждать, и потом уже идет. Автомат. А что там, там... Что может быть такого, типа, в... Аэропорт, а мы там, и но, там, нет, да, я говорю, только, наверное, такая хуйня там по автоматам, что у в голову приходит. Ну да, с игрушками, автомат с игрушками. В аэропортах разные автоматы с игрушками стоят? А, ну да, который надо выловить. Игру. С едой, с едой, давай сейчас стоять очень седо много. Да. В ВПС да. можно нажать сбросить задержку, это правда? Ну... Или нет? Ну, Не только есть и в магазинах обычных есть, в принципе, автоматы. Mm -hmm. нет, я боюсь, я не, в ВПС не только... Тут история задержки. была, что типа в аэропорту тоже да, там дети бля, радовались, пиздец. Да. Только при ребуте стрима, по-моему. Да, задержку никак не скипнули. Вот, ш... вот... что, блядь, в аэропорту Короче, какой-то, блядь, автомат. Ну да, автомат. Либо еда, либо вода, либо игровой этот автомат, который а наиболее... там. А там, по-моему, было в истории, что приносят детям радость что вот такое. Да. Детям нет, радость нет. приносят а, все, блять. У да них нет. просто окупаемость нормальная, а сами-то они стоят. Ну, так Итак, понимаю, хорошо, давайте будет. начинать аукцион. А, начальная стоимость 500 долларов. Шаг также 500 долларов. Вы готовы ли кто-то рискнуть и побороться? 2000 раз. Спасибо, ребят, две тысячи Спасибо, что uh, отдаете нам 2. за халявную сумму Что, Оль купил тоже сертификат? Две тысячи генсуха, три Оль, не хочешь за шесть взять? Продано! Не-не-не, не хочешь Не-не-не, не хочешь Я орую нахуй тут всеми, бля тебя лагает микрофон, ты У тебя Ты говорил что-то? Да, шумоподавление Гвинн говорил здесь исполнение, просто ты не ори, Гвинн Не слышно ничего не было У меня нет шумоподавления У тебя в сленге Бля, в сленге от этого тихо было слышно У тебя не было слышно он у меня выключено шум подавление, что, ну Давай открывай сюда. <связь> ладно, <Я>? продана <связь> Наташа. Продана Наташа, Гвин, не дарался. Схуяя, блядь! Может, тебя не слышно <связь> было, блять? что да ты ешь? Ебать, сука, компьютерные технологии, блять! Да да так, Гвин, мне кажется, она к лучшему, не? Yeah? Гвин, да. там мой пол новый микрофон да. да к лучшему, там за тысячу что-то. Ты. Да ладно, все забирай. Скинь скриншот, пожалуйста. Скинь скриншот, нам не говори сумму, а скриншот скинь в этот. В данде мы все увидим. Да. Скидывай. Что? Что? не Так, я вам скинул. Ааа, ааа, заутала вообще халява. Так, хуйня в аэропорту есть? то где можно поиграть? Я не видел такую хуйню. Я тоже не видел. Сука, сука, она стоит там. Я в не видел такую. Оценник, Итак. Ну это тысяча. Данная вещь стоит 4100 долларов. Да. Ебаный хуйня, блядь. Гвин, Вин, я, 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 я очень рад, что ты но кричишь, нам, но тебя вообще не слышно, нихуя. Пожалуйста. Еще не слышно, блядь. Да, не нет, ничего. я его слышно. слышно, да. Я решил тебя не слышно. У тебя микрофон возбудится, потому что. Да, ты орал, вот как тебя мутит, Вот если ты спокойно говоришь, что тебя слышно. Как это работает, нахуй, ебаный, блядь. Дискорд, сука, говна, блядь. Золотала. Нашел Наташа экономистка. Итак, идем дальше, давайте. Следующий контейнер, я вам закидываю также скриншот. Угу. Угу. Общие дальше будут только. А, ну да, да, это уже ну, тут прошел, и следующий контейнер. Общие кайф. А, после того, как бюджет... Не-не-не, общие не будет, сейчас вы опять расходитесь после этого, после истории. Да. Историю скажи, да. А, после того, как бюджет футбольного клуба сократился, им пришлось временно закрыть футбольную школу, а все вещи продать на аукционе. В принципе так. Все, расходитесь угу. по комнатам, я буду к вам заходить сейчас по очереди. Так. Что-то говно какое-то, мне кажется. Че вы думаете? Будете брать, не будете брать, сколько может стоить? Бля, хуй знает. Мечи, дорогие футбольные, бывают, я просто вообще не секу в mm -hmm. Ладно, не буду подсказывать, но... А Гвин тут а, вообще? Да тут? Гвин? Да. Ну что ты? Ты шаришь Фу, за футбол? Да бывают, дорогие мечи. Я мячи? пытаюсь понять, что у меня с микрофоном заупа. Yrse... Да поебать нахуй, твой спорт нужен вообще, блядь! Люди, которые не поняли, что можно пиво пить, сука, сидят свои эти спорты, блядь, телефоны нахуй не покупают, идут свои футболы играют. В пизду это все, блядь. Есть дота, есть Кс, блядь, есть пиво, соска, нахуй. Все, что тебе еще по жизни надо, это, это спорт, этот это, футбол, блядь, Нахуй ну нужно все, блядь? Блин, а советую, тебе советуют поставить чувствительность ввода на минус 100 дб в дискорде. Это где, блять? Это в настройках. И там, возможно, у тебя какой-то все-таки шумодав включен. А, дай, дай проверю. Нет, шумодав, у меня все галочки выключены. А ну, пари. А -а! Ну, а теперь пари. А -а, 2500 вот это! Су... блять, сука! Не, ну, кстати, этот глушит, глушит почему-то. Да не, пиздец. Минус Голос и видео, шумоподавление. Нет, у меня галочек, нету никого. Я подавление. Там вашему подавлению. Вообще У меня все галочки выключены, которые есть, блядь. А просто не ори, говори нормально. Ты плевайся, а я блядь? просто говоришь. Ну вот как а сейчас говоришь я... блядь. Просто, Ты нормально говоришь. Когда орешь, так а как? А как? А как? Вот, вот они там все орут-то, Смотри, как а это как делать. Ты просто говоришь 500 спокойно, а потом орешь эти 500. Так я ору 2500, они не. Так, не все хорошо, это. я пошел дальше. Алло, ребят, что вы думаете, будете брать футбольчик, там, вот это все, это мячик? Это где где-то да максимум 1200 долларов стоит, я думаю. Прям вообще максималка. Там а есть... сетка, сетка мячей, еще одна сетка мечей. это где-то суммарно будет баксов 800, наверное. Короче, я посчитал примерно, что еще к кому, там где-то 1100-1200 будет выходить. То есть вы не рассчитываете это да, даже на кота в мешке, который там может быть, или что-то такое? Да, а там думаю, что негде, нет. там, ну, что может быть такое футбольное, чтобы, типа, это дорого стоило? Навряд ну, ли знаю. ты за стенку из щелов, трех щелов, которые для стенки, ну, для тренировки, когда стенку ставишь и бьешь штрафной. За ними там аппарат какой-то может лежать. Аппарат, который мечи стреляет. А вот mm -hmm. не знаю. Хорошо, я пошел дальше. 500, а лё, ребят. Алло, ребят. Алло. <свист> <свист> мы ну, не, х, не хотим сражаться за... Да, вот мы, его скипнем, этот, мы его скипнем, мы его скипнем. Но вы, кстати, что... пока что фавориты, благодаря Наташе, так сказать. Согласен, она вообще красава. Но мы, наверное, скипнем, потому что тут супер все непонятно. А я не Роналда, поэтому и Наташа и не Месси, так что нахуй надо, ну очень супер мега рискованный, сколько тут минималка будет, ты скажешь, можешь сказать, же. это же не, не страшно? Ну минимальная цена 200, но она ни на что, еще раз повторяю, минимальную цену я могу поставить даже на контейнер за 100 долларов 500 поставить, то есть она вообще... А в чем не... смысл? Ну она не роляет просто. А, типа никто не возьмет контейнер, да? Ну да. Умею ну короче, ввиду. был бы я МБП... То возможно, Ты бы пошел нахуй. Хорошо, я тебя услышал. Давайте. То возможно, я бы взял. А так нет, пизду. А... Алло. Алло. Че, будете сражаться за него или нет? Ну, а сколько там хотят, за него примерно. Ну, мне кажется, потому что оно будет стоить, это 1500 максимум. Ну, не знаю. Даже, блядь. Хотя, ну, типа там сзади мячка, духу, я мячки, вроде дорогие. Я, вот про них я думаю. <coughs> хз, хз, хорошо. Ну, я 1500 я бы дал. Хорошо, я тогда всех собираю тут. Алло, ребят, я вас муну. Мне мама звонила, не успел сказать ничего. Так, я вас мунул. Ребят, стартовая цена этого контейнера э, 200 долларов. Э, шаг также 200 Братья, долларов. Поэтому аукцион начинается прямо 1700. сейчас. 1700. 1700 гвин, раз. Все, пусть собирают. 1700 гвин, два. Да, пусть. Бля, не забайтили что 1700 гвин, три. Да я думаю... Продано. Там, я думаю... там... Там лежит какой-нибудь этот Ранандильо Касилиас, блядь, вот эта вся и там сумма трансфера будет указана, значит, выигрыш, и все. А, нихуя. Придумано. Так, Рома, согласен, в детском этом, блядь, молодой Ранандильо лежит. А, это детский, блядь? Ну, в истории был детский, да. Да, детский, сказал. Итак, блин, с чего начнем, с чего начнем? Тут мы не продумали, Спорта, конечно. Спорта, блядь. Сколько сетка мечей стоит? Нарми на мечей. Гвин, твой контейнер, что открываем? Да похуй, что не будет. Все, открывай. Давай воду вот эту, блядь, которая должна быть какая-то, блядь. 30 рублей, и 30 гривен. Давай. Бля, я надеюсь, один мячик стоит баксов 100, пожалуйста. Я тоже надеюсь, что просто... Охуяли у него мячики, блядь именно а какой что? Подписан, он, он должен 10 баксов 100, 100. стоить. хуй он нет, должен заплатить ну, 1000 рублей. Нет, Баскетбольные блядь, мячи а, а, по 100 баксов стоят спокойно. А, а, это вы, это вы на стриме мя смотрите, потому мячи. что это... Вот ну, аж баскетбольная ага, Там кое-что произошло просто. А денег-то сколько? Итак, блин? стоимость данного контейнера 3620 долларов. Бля, я все-таки попробую кого-то сейчас на это намутить презентацию, потому что немного не то. А, там был, да, аппарат, все-таки какой-то, который мужчина стреляет, как я сказал. Да, да, да. Именно он там. Ну, это вот он настой, да. А у кого еще есть? А, 2500, там сзади стоял. Ну, это лакишот, ебать. Итак. После последнего выживания. Ой, блядь, грустно звучит. Мужчина очень серьезно заболел и попал в больницу. Впоследствии чего его жена выставила вещи на аукцион? Итак, Мужчина погнали. Красава жена! Да, расходитесь бать, по разным Первым делом наук закинула! Мужик заболел простудой, нахуй. Пизду, блять. Все, погнали. Вань, Вань, я знаю, что тут стоит, Вань. Аля, ребят, что там? А может быть за палаткой что-то быть, понимаешь, ещё? Может быть, что-то за палаткой. А это футбольный мяч, как я сказал, блять, будет, да? Да. Стоит в пинать ебаный. А это снизу, это снизу вот это лежит, это... Нихуя же не бинокль, да? Это эта которая на снайперке. Это... Как она называется? Оптический прицел? Оптический прицел, прицел да? Ах, с он просто сам по тебя отдыхает, лежит. А, это не фонарик же? А, слева а этап... Может он охотник какой-нибудь был и у него там что-то. А Фонар, или это да. фонарик, подожди? Ли или это фонарик какой-нибудь просто. Так, ребят, ну что, будем брать это. Вы пока что, так сказать, мягко не лидируете в данной гонке. Да, мы совсем немножко. Ну не немножко даже, да. Вы прям жестко сосете, поэтому вопрос... Почему жестко? У одних плюс тысяча, у других плюс две тысячи. Ну, а, у, нас у, чуть минус. А у вас минус, За палаткой злой пишет. Окей, я тогда пойду пока что, это другую комнату. Да, пойди, пойди, пойди пока во что, да. Не? Алло, ребят, что, есть предположение? Вы, кстати, одни из лидеров, потому что у вас теперь Гвин и этот. Смотри, короче, этот. Мы думаем, будем бороться, потому что там есть скоп, Uh, и, возможно, за скоупом есть ружбайка. Хуй его знает, но может, может есть. Ну, может, за 2000 поборемся. Mm -hmm. Короче, если бы я был папгером, то я бы понял, это там 8x16x, я не ебу. Но я mm -hmm. думаю, что есть смысл немножко побороться. Хорошо, я так что слышал. До двух хабов. Модры. Сделайте команду. Кто выиграет? Оль, э, ой, Гвин, инсайдер, либо Наташа и э, Вадим. Если никто не выиграет, из них то откат баллов. Так хорошо, я пошел дальше. Алло, а ли, ребят. Лишний прицел какой? Потому что прицелы а как или бы или... они тоже разные есть, потому что мы не знаем ни фирму прицела, ни кратность увеличения, не знаем, ничего не знаем. А как бы мы коробка? какая не выводы... понятно. Что патроны типа или что? Euh... Ахуй его знает. Но делаем выводы из того, что рации эти дешевые. Это типа самые дешевые мотороловские рации, бля, которые ну, детям дают, чтобы их там, бля, потерять где-то в лесу. Чтобы не потерять, как я хотел сказать. А, да, чтобы не потерять. А чтобы потерять, нахуй. Блять, короче, ну ты понял, блядь. Я не понимаю, что за сумка раскрытая. Кружки вижу в ней какие-то. А что остальное, типа? Это для набор. Это фунфури, по-моему, там. Это набор чисто. Пришел на рыбалочку, теряпнул, блядь, и кайфуешь сидишь. Ну, я думаю, короче, палатка с печкой. Да, да. Самое другое — это, блядь, палатка, которая вообще какая-то, блядь, вундервафля непонятная, колоссального характера. Ну, короче, Рома мы будем что-то делать. Ты же самое кишо там, ебнем, блять, и все. Окей, окей. А, алло, ребят, здорово. Алло. Шо, да, шо? Здорово, будете да. сражаться за него, не будете? Вы, ну, кстати, в плюсе. Ну, мы будем, будем. До 3000 тысяч дадим, а, нет, типа. Вы и... в минусе таком, непонятно. В смысле? Или нет, или вы не нет? Нет, в плюсе. А, да, ну, вы в, в плюсе, ребят. Вы в плюсе, ебать. Мы можем вообще ебать, что нормально. Да, можно, можно. Мы больше трех не будем давать потом. Там внутри платки еще что-то есть, да? Ну, посмотрим, посмотрим на настроение игроков. Если они дадут будут давать еще больше трех, там, три тысячи, там, ещё больше сразу так стартим я, блядь, не вижу, что у темадани лежит нахуй, что это такое. Какие-то колбасы, колбасы, наверное, сервелат от Наверное, думаю. Может, хамам. Это шумкается. Хамам. что это две бутылки шампанского, блядь. Окей, вы будете за него бороться. Да, это все, что вы хотели мне сказать. тогда я всех мую сюда. Да что ты в нож рубы, сука? Потом, блядь, застается у нас тут, блядь. Ну, уходим, блядь. А, ну все уже. Так, все, ребят, я вас мунул сюда. Сейчас будет аукцион. Бля, охуеть, у меня ä, задержка 20 секунд остаю. Я думаю, может перезапустить. Не-не, <INCES> qualche... не надо. Bass, не Bass. не, Bass. Bass. не нет, nah, надо, блеск. надо, нет, 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 Не надо. Ну ладно. Какой смысл? Ты с чатом хочешь коммуницировать. Да, <much> <much> nah, ты все равно не сможешь здесь с чатом говорить. У тебя типа, ну, поэтому ничего страшного. Ну ладно, окей. А им похуй. Пацаны, вам же похуй. через полчаса. Слышишь? Через полчаса похуй, похуй, похуй. Да-да-да, да. Короче, хорошо, погнали. Стартовая цена этого контейнера у нас 100 Сыглы. долларов и шаг 100 долларов. Сыглы. Аукцион начинается. 1200. 2000, 2000 косов. Оля, блядь. 2500? Оля, 2500 200 сказал? 2000. Да, 2500 сказал. Оля сказал 2500. 2500 раз. 3000. 3000 жожа раз. 3000 жожа два. 3000 mm -hmm. жожа три. Да там байка, может быть, надо. Да, я, блядь, до этого говорю, О, что. О, все, а что пишет себе похуй? А, блядь, точно. Да просто два контейнера будет что-то лежать секретное там. А это там оружие, может быть за палаткой. Да, там оружие, скорее всего. Там колбаса, колбасные вертят. Так, козыч купил с Сережа за 3000. Там леки бабов, там для кебабов С чего начать, Костяныч? Давай с этого со снайперки, блядь. Блять, не получилось. Ну, Ваня, что ты говорил. Кресло, блять. Майк, бля, мы проебали. Нет, вы не проебали. Мы залутали колбасу. Ебать, мы проебали, охуеть. Нет, вы не, проебали. смотри, сейчас он палатку, палатку нажмем. Ебать! И, О, и смотри, там оружие. А, а оружие. Ай, блядь! Мы залутали Ай, блядь! Так, кстати, про оружие. А вы за сколько купили? За 3000. Ай, блядь! Тут еще палатка какая-то охуевшая была по цене. Так, а что, это могло быть меньше, Я что-то охуел с рюкзака, блядь, рюкзак. Сколько стоил, блядь? 700, сколько? 700 да, долларов. Или 700, или 800, 800 а что-то из этого. Охуеть! Ну да, рюкзачок дорогой получился. Окей, да. Окей, идем дальше. А Ром, ты знаешь, что за рюкзак то нам можешь рассказать? Или... или? А, могу не, после стрима оху. тебе все цены скинуть. Он каждый раз это говорит, никогда не скидывает. Бля, нет, так ты потому что не просишь. не просишь. Бля, это же просто наебало. Хуя может стоить, и овер нихуя. Ох, ебать. После ликвидации склада все старые коллекции брендовых мужских костюмов были проданы на аукционе. Sunlight, Kingsman. ликвидация цен. Это Кингсман. <связывается> да, H&M. А, <связывается> а, Итак, ребят, расходимся, эксперты в магазинах. H&M um, еще. Я в шмотках вообще не шарю, Вань. Слушай, ну, короче, люксовые я вот такие, уже 8 лет хожу, костюмы блядь. могут стоить, блядь, дохуища. А, мы еще Понятно, что да, они дохуя могут здрасте. стоить. Давайте все вместе обсудим, ребят, скинемся и купим нормальный какой -то. Да давайте реально, может этот просто скинемся. Вот скинемся, поделим, потом если в окуп А Да расходитесь, давайте! А 2000 и 4 команды 500 долларов, типа. Если в окуп просто заберем. Мы пожилые... А так можно? Нет, нельзя так, расходитесь. Да можно, так, Рома, я заделал правило такое же. Дырым, дырым. Ну что, ребят, вы будете покупать этот ко <сосит> костюм? Это непонятно, -hmm. костюмчик? так это, может быть в Ва Альберис, либо бежка, типа, да, непонятно, что, что, типа, если Можа, Берис, ну ну, да, в Альберис, то не в окуп, в обиду, если Бершка, то уже окуп. Ну, каждый, каждый, костюм может по 500 баксов стоить, you know? Да, может, быть костюм, если как у Путина, то там, костюм может 600 тысяч долларов стоить, you know? нахуй, вообще пух. Ну, это, блядь, Че, будете рисковать или нет? Я бы рискнул. Ну, давай полторы тысячи долларов, типа, нет, давай две тысячи долларов, если все окей. Кто-то больше даст, я уверен. А похуй, я не буду давать больше просто, все. Нам нужно в выйти, это факт. Но она может быть дорогой, пиздец. Тут костюм, бля, костюм. Я когда ты покупал себе костюм, ебать она дорогая, залупа нахуй, я ебусь. Окей, okay, я вас услышал, иду дальше. От слова совсем. Так, алло, ребят, что костюм? А ты говорил, какой-то бренд называл магазины? Да, я сказал брендовые, но брендовые могут быть и дорогие, и дешевые, поэтому... Я ну, не то бывает. есть ты бренд никого не называл? Нет, не называл. А, все. Бля, хуй знает, потому что я видел ты пиздец, ну, Визуально ты, ну, они могут особо не отличаться, но цена может пиздец разниться. То есть костюм может быть ты 100 ты тысяч, пойми, тысяч что... рублей, может не, быть не, 300 не, Вань, тысяч рублей. Ты пойми, рублей. что здесь, здесь не будет а, такой суммы, там, блядь, 5-6 тысяч, там, 10 тысяч, так, чтобы ты, по сути, один раз залутал и выиграл всю игру, понимаешь? Потому что, если было бы, блядь, кейс бы, там, не знаю, за 7 тысяч долларов, то просто один, один раз, раз было ну, и, и все, блядь, как бы, ну, и ты берешь тот кейс и сидишь АФК до конца игры и выигрываешь игру. Понимаешь, mm. а -а -а. То есть, типа, вот как я работать. думаю, я думаю, скорее всего, они стоят по 250 долларов. То есть мы берем 500, тысяч, то есть полторы тысячи долларов, тысячи долларов, пускай это будет до 2000 долларов. Это будет стоить. То есть так, хорошо. Я услышал 1000, вас. Я пойду тогда дальше. 500, обсуждал, Алло, Костюмерия, что есть предположение? Мы не будем драться. Мы не будем сто процентов за это драться. Короче, я тебе скажу, мне Евтушенко недавно кинул а, такой магазин, Запретка где были а, супер охуенные костюмы, которые стоили по 100 долларов. Я очень сильно надеюсь, что это не банальные дорогие охуенные костюмы, но тут и не могут быть костюмы по 10 тысяч. Я почему-то думаю, что эти все костюмы стоят по 100 баксов. Вот у нас есть прям такие пиздатейшие костюмы, вообще охуенные, которые стоят 100 долларов. Две пятьсот гривен, две восемьсот Поэтому мы вообще за это трогаться не будем. Мне кажется, что каждый из этих костюмов стоит по 100-150 баксов. Все, мы скипаем. Хорошо, я вас услышал. Человек И И шагом Костюмы или дорого того, или, того. или недорого? Ну, очевидно, что может быть либо супер дешево, либо супер дорого. Визуально, визуально выглядит охуевшие, типа нестандартные. Там где-то одна пуговица, где-то три, где-то в клетку костюм. То есть вроде выглядит мажор. Ребята, а сколько стоит дешевый костюм, по вашему мнению? Ну, тысяч пять, наверное. Бля, и честно, вот прям дешевый, дешевый, хуй знают. Но я помню, вот школьные костюмы, которые были стандартные, какие-то, они ну, там от 4К были до 8К, наверное. Да, это прям супер дефолт. Но Хотя бороться быть... вы за него не будете. Не, я попробую. А, я попробую, ну, просто тише. хорошо называют. Да. Все, окей, я вас услышал. Если это все, тогда я буду текст. Mm -hmm. Давай, давай, мувай. Здарова-здарова. Здарова, здорово. 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 Блять, слушай, я тут а, именно... а, я случайно а, тут, а, блядь, б... расположение комнат поменял сверху, теперь стрим 4, снизу стрим 2. Потом, а потом, а пер... потом переставлю обратно. Я просто людей пытался мыть эту. Хорошо, ребят. Стартовая цена этого набора костюмов, этого контейнера 500 долларов, шаг 100. Итак, аукцион начинается. 1200. 1200 долларов, Гвин, как всегда, стартует с этой цифры. 1500. Раз. 1500 косточек слышал раз. 1600. 1600 гвин раз. Mm, 1600. 1700 Сережа раз. 1900. 1900. 2000, 2000 косточек раз. 2100 200. Сережа раз. 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 2500 Сережа Жожо раз. 2500 Жожо два. 2500 Жожо три. Продано. Найс, изи лут. Ну, ладно. сейчас мы это узнаем. Но я не верю, что столько будет. Я ну... говорю, мое предположение, что они стоят по 100 долларов. Не, по 100 навряд вряд ли. Прям. Ну, по, 300 не, 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 долларов 100, плюс 100, еще вешалки. Мне кажется, типа 200-300. я ну, просто так. знаю, говорю, магазин, в котором такие вещи стоят да, по 100 да, долларов. Да, и... если можешь в Адберис, вообще непонятно. А, итак, Там, ребята, напоминаю, что у команды Жжо сейчас с Косточем 6-600 долларов осталось, поэтому свои деньги хм. как-то это пробуйте аккуратней. Че, начинаем этот. А, ничего себе, у нас мало бабок уже. Да, начинаем продавать. Давай. Давай. Да, я же говорю, по 100 долларов. Что-то на дешевое, реально. 100 по 120. Но, кажется, мы в я думал, 200-300 будет вообще прям минималка. Не, вот да. самый да дорогой 270 стоит данный. Ну, для в жопе полный, конечно, да. Я думал, вешалки отдельно считаем. я сказал. Я говорю, типа, я был уверен, что да. они стоят по 100 баксов. Это чисто пол с магазина Сударь костюмы. Не, это охуенные костюмы, просто они сделаны, типа, знаешь, вот таким, типа, ну... Но поэтому не это из мы... говна, блять. Не, 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 не <laughs> из говна. Я имею в виду, что, ну, такие, знаешь, типа, как в Инстаграме делают, типа, знаешь, вот у нас есть свои костюмы охуенные, и все. На... Итак, ребят, эта это вещь, верная? как часть истории Apple была создана в дань уважения ее основателю. То, что Молодой, я, я знаю даже, что там. Да? Ну, поэтому ты можешь этим воспользоваться и сделать правильное решение сейчас. Ребят, у вас минута там на общее обсуждение, либо обсуждение друг с другом. А что и... такое Вась, Скажи. Но... Это кирпич. Да, кирпич. Не, подожди, но это ничего не стоит. Че Ну, сейчас увидим. Итак, я Что там, AirPods? Все или что? Итак, я так понимаю, вы на обсуждались. Стартовая цена этого контейнера 200 долларов, шаг 200 долларов. Пиздец. Не, это яблоки там лежат, блядь, обычные. Красные, зеленый, хоть можно отведать. Да, мне сейчас кажется, тоже какая-то такая золота. Возьмется ли кто-то за этот контейнер за 200 долларов? 400. 400 долларов гвин раз. 400 долларов гвин два. 400 долларов гвин три. 500, 600. 600 долларов. А, ты сама с собой, да? Две личности Натальи Берниковой. 600 долларов. 400, 500, 600, 700, 800. Хоть драка пошла. Там просто шаг 200 был. 600 долларов Наташа раз. 600. 700. Долларов. Шаг 200. 600 долларов Наташа. 800 -то Тогда. получается 800. Да, да, да 800, Ну да. да, я просто не был уверен, готов. Был бы на 200 Я пока 800 гвин раз. 800 гвин. Сейчас там наушники ебаны. 800. Косарь Костач раз. 1000 Костыч 2. 1200. 1200 Наташа раз. 1200 Наташа. Ты чего? 1200 Наташа три. Продано. Продано за 1200 Натальи Берниковой. Итак. И это, Вась? Подожди. Ну, ну, по идее, там либо камень, либо чехол. Камень, камень из Apple? Я не знаю. Ну, типа, камешек такой. Там кирпич. Там, прикинь, сейчас акции Apple просто лежат, нахуй. Так как Apple, мы не дорого стоят, по-моему. Просто книги. Не, да я говорил не бру. А, тебе до этого не два поздравляю с покупочкой. Ок, блядь! Хорош, Наташа, спасибо, что ты мне. Ничего страшного. Как заработала, так и проебала, ничего страшного. Да. Наташа, у тебя что-то... да нет-нет. Так что, Оль, ты мне должна тоже заработать. У тебя что-то вебка поплыла. Попробуй в этом, в бс тыкнуть на камеру и включить обратно. Вот что-то прям, как будто... Как будто я, блять в прошлый раз. Итак, хорошо, идем дальше. О, один-один на ты понял. Окей. Okay. Ура, спасибо за информацию. Следующий контейнер. Ой, ебать, а тут домик целый. Оп, а -а 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 -а. она бас! Бас. После ремонта на даче владельцы решили выбрасывать вещи, не выбрасывать вещи, вещи, а продавать их на аукционе. Итак, расходись по комнатам. Да, все, а на туалетная все будка или это скворечник? Что это такое? По-моему, По это, типа, как конечно, сарайчик, типа, для этих, для лопат, такое. Так, расходитесь, пожалуйста, в разные комнаты, ребят. Это американские приколы, нам такое, ну, не ну. Мне кажется, такая хуйня... Ой, Рома сразу у нас Да, я к вам сразу зашел, хотел сразу спросить, кого вы считаете главными конкурентами тут? Uh -huh. наверное, Гвин и Ваня. Да, Гвин и Ваня. Просто Ваня. У Вадя Наташа, это так же, как у меня Оля. У Оля там... Ты чего охренел? <laughs> За, за, 10 тысяч долларов. Не... И все, блядь, и как бы ты сидишь уже такой. Что, думаешь, мы ну, обсуждали ладно, обсуждали вместе Спасибо. с тобой? Мы, сме... мы каждый раз... Я, с... я то с... не с... хотел покупать! Ты Я дурачок? Сказал, что мне хочется только часы. Часы не стоят 3 тысячи долларов, или сколько мы там купили. Все, все, все. Сказал, так, Сереж, так что? что? Больше... <как> вы тогда <отвечаешь>. все. <как> я не У меня дышу. здесь не будет. Угу. Все, чел в тильте нахуй. Соли так, войны. конечно, у вас одна покупочка, и я хочу спросить, будете ли вы это покупать. <как> Мне кажется, что тут может денежек стоить где-то дело. Это это, это это всасывает листья или раздувает листья? Слушай, на самом деле мне кажется и то и другое. А да? вот эта штука, скорее всего, выдувает их. Выдувает листья? Да. Ну, короче, мне кажется, это может стоить ден денегу какую-то. Всасывайте, я, пока я, что вы ребята. Я, я поборюсь. Что мы? Ну, всасывайте, пока что вы. Да. Мы конкретно всасываем. Ну, короче, я поборюсь, я поборюсь, я буду бороться. Алло, а чё э вы сидите? Ну вам сложно раздеться в разные комнаты? Да а мы сами... А чё, так да. ничего такого нет? Нет, не я просто к вам а санц, заходить, заходить хотел, типа, и спрашивать вас. Ну нормально. Так, так. и заходи, мы после все сейчас сад, выскажемся да. тут. Да, 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 да не, ну раз заходите. У нас общее мнение. Нет, 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 вообще мы стадо суки, расходитесь. Вот так вот, блядь, где уважение? Что это значит, суки? Да, я нормально вас прошу. В прошлый раз после неуважения, блядь, кики были. Суки, говорит, расходитесь, блядь. Блять, тебя опять самому этот сука между скомкнул. Суки тащат нас на дно, блять. Так, э, Гин, Вань, что у вас? Короче, ну мы просекли фишку, блять. Короче, бассейн понял, это не деревянный. Ваня подметил, у него глаз алмаз, реально там, блять, инфракрасного, блять, этого всего. Красная ткань вот эта. Блядь, это да, это просто говорит. принт, это просто принт, короче. Поэтому, блять, ну они все поведутся на бассейн, блять, что типа ебать, он дохуя бабла стоит качеля, вот это хуйня, это понял, она вообще тоже там. А, ну, ну вот... ветродуйка баксов 200, 200 может ну, стоить. Ну да, я думаю, тут на самом деле до... До, до блядь... Да не, а я не знаю, сколько вот эта хуйня сзади стоит, блядь. Я думаю, до 2000, 2200, 2200, блядь, 2300 край. Mm -hmm. Ты вот про так. вот эту конру? Да, я не знаю, сколько она стоит, может. Да я какой -то чувствую, толчок нее... какой-то, Хорошо, честно. я вас услышал, иду дальше. Алло. Поэтому Бля... это вообще, да не, это похуй, забей хуй вообще. Ну, слушай, у вас ситуация на самом деле не хуевая, ну, нормально у вас все пока что идет, вы в плюсе в любом случае. Ну как? Да, да, у нас заебись. Тут надо... Тут всё очень спорно, понимаешь? Это экзит. Что это экзит? Это фирма или выйти? Типа выпилиться. Слушай, мне кажется, это фирма. Не, я имею выпилить, типа, понял, это же бревно. Я думаю, что это что-то дорогое, так не считаешь? Нет, Daha시 я не считаю, покойinda. что это дорогое, я не, не считаю, что это дорогое. Но будем думать по ходу что будут ребята ставить. Но, ну, блядь, что-то стрёмно как-то, блядь. Вот эта хуйня как, эта хуйня как слева качалка, она может стоить как блядь 200 баксов нахуй, как и блядь 800 тысяч миллионов. Нет, мы не будем. Мы будем надеяться на бассейн, что бассейн стоит э, тысячу там, баксов, полторы тысячи баксов, и что сзади стоит бриллиант. Но ну, я думаю, до двух пятьсот можно поугарать, порофлить, а потом э, отдать э, Оле за три тысячи. Окей. Че, будете брать, не будете брать? Ну, будем по это дело, смотреться, какой ценник. Бля, ну блин, а сейчас могут могу сейчас кто-то ебануться, я дохуя сразу три тысячи, чтобы Ну, у вас шесть шестьсот, три И контейнер да. еще и что-то. А ты 10 тык еще? 10 контейнеров еще осталось? Да Ну, я бы этот взял, а потом бы поскипал За 2000 максимум А мы не можем эти деньги, которые мы выиграли, потом тратить? Нет, не можете Это я обещал правила так это ваша выручка, вы, у вас есть этот, вы пришли на контейнеры, у вас 16 Ну так вы же их еще не продали, как? Вы получили только предмет с контейнеров, продадите потом И мы сейчас деньги в ММФ будем? Ну да, поэтому я предупреждал. Кайфаша. Это ну, кайфаша. если мы их не вебем, то мы все равно фокашем, блядь. <гlly> 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 не, тут за бассейном может еще что-то быть. Не, это может быть дорогая штука, это а можно еще попробовать, а потом уже поскипать. Короче, посмотрим на основном uh, обсуждении. Так, хорошо, я тогда как раз все возьму. Алло. Алло. Да. Так, ребят, стартовая цена этого контейнера 1000 долларов. Шаг. 2500. Э, я а, еще не договорил. Нет. Шаг 500 долларов. Начинаем аукцион. 2500. 2500 долларов. Раз. 3 3000 Сережа. Раз. 3000 Сережа. Два. Мне кажется, там может что-то спрятано, 3000. два Три тысячи. Да никак не спрашивают, там, там тысяча долларов блин. Продано. Продано а за три тысячи. Это либо стоит две тысячи, Я да? сказал, я сказал, что сыграем да, до 2500 да, да, да. и отдадим Оле за три. Я ничего не говорила, заметь. Ну это же ваша команда. Рома, сколько контейнеров еще? Ну, штук десять, штук десять где-то. Ебать. Ну сейчас побыстрее попробуем пойти. Да, дохуя еще? Ну, если ничего не спрашивать, то он лучше, значит, я не Я до 11 могу сидеть. В 11-й. Так, ребят, я начинаю продавать. А что стоит баксов? чего начинаем, Серега? Давай с хуйни, которая всасывает листья или выдувает. Она где-то 2300 стоит. Потом. Качели стоят 2003 тоже. Потом бассейн стоит максимум 1000. Максимум. Вот. Машинка вот. Машинка. Сколько машинка? Нажми машинку. Да, 2500 может стоить. Yeah. Сколько 400, сто... 500, 500. стоит? Листочки стоят баксов 300 вот эти. 200 даже. И забудка еще что, блядь? 300. 300. А, я Он думал продвиж... за будкой еще банк нахуй. С драгоценностями, блядь. Плюс 1000, да? Да, у вас плюс 1000. Нормально. Пойдет. Так. Если бы Вадя начал бы с двух хотя бы, блядь, 2 сразу залил, сука. Обидно. Так, хорошо. Если, и, если, плюс плюс косарь видно? Как? Нет, нет, нет. Как? Хорошо. Итак, идем дальше. Дети да. в своей жизни. А почему в это не поверил, <laughs> что там это, дорогое что-то? Я что помню, в то контейнере ведет. А, а просто не было несколько контейнеров, ничего. После приезда в новый подумал, дом, в а, богатая семья решила выставить все вещи с их детской площадки на аукцион. А, все, расходитесь, я буквально очень быстро буду теперь к вам заходить, чтобы mm -hmm. это закончить. Только расходитесь, пожалуйста, потому что мне сложно всех мовать. Хотя, а, подожди. Поздравляю вот там... с успешной покупкой. Давайте ребят, я к вам позже -то. зайду тогда. Дару, дару, дару. Алло. Да. Что, ребят, будете покупать детский? Расскажи историю еще раз. Ну, а что то не Приехал и продает Да, детки после богатой а, а, а да. приехал в новый дом и продается этот. отдали ребенка в детдом, и он теперь нахуй Ну, блять, я не знаю, мне кажется, хуйню. Больше 500 вообще даже, мне кажется, нет смысла. Согласен. Вообще хуйня. У нас еще бабок нет, блять, нам надо пока похолодить. Понял, хорошо. Максимум 500, но мне кажется, вряд ли такой не будет, поэтому даже не рассматриваем этот вариант параллельной продажи и покупок. Хорошо, Мы пока, блядь, на АФКшечек работаем. Залупу, как сейчас на экране писать. Ну да, 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 не, это вообще скип. Нам. мы это ром скипаем. По Скипали, походу, да, это, блядь, просто не, не... не И со вкусом. Окей. Алло? Да, 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 меня слышно? Да, да, мы скипаем. Да, да. Окей. 500 Алло, 500 ребят. это машинка была, блядь. <laughs> типа, если бы не машинка, там полторы тысячи бы стоил этот контейнер. Ну, типа, mm -hmm. это риск пиздец. Алло, здорово. Здорово. Что ты? Шо это я шо? Нормально. А ты шо. Что это за хуйня, блядь? Шо ты Слушай, попсун, на, та, -то что ты пошла? Наташа, у тебя хуйню. нормально этот, блядь, работает. Она тебе предлагала просто купить, не послушался. Нет, ну, потому, ну это это рискованно было, бро. Она чувствует Тишко. эту хуйню. Она вроде у нас выкупила самый дорогой контейнер когда-то, типа за хуйню вообще. Да, mm -hmm. вот книги тоже взяла. Не, ну, я считаю, я считаю, я считаю, что она купила не книги, а знания. Поэтому по это факту. очень дешево. 1200 Ау. за знания. Ну, эту хуйню мы точно, блядь, не будем брать. Это детский сад какой-то ебаный, блядь. Ну, по факту, по факту. Хорошо, я... Все, скипай нас, нахуй. Четыре раунда не было, что-то там спрятано. Ну, Алло, ребят, пожалуйста, ну пожалуйста. нихуя он сейчас, кстати. Ну, скорее будет. всего, да. Че, брать будем Ром? детскую площадку? подожди, на, напомни, это детская я площадка. это на улице, улице или дома? Э, на улице. А -а -а. Ну, тогда нам подороже. Ну, мы не будем, наверное, это хуйня все равно стоит. Хуйню. Хорошо, тогда я всех мою. Блять, опять комнаты перемещаю. Можно зарко сюда по приколу молнуть. Итак, ребят, стартовая цена на этот контейнер 500 долларов, шаг также 500 долларов, аукцион начинается. 500. 500 долларов Гвин раз, 500 долларов гвин два. 1000 долларов Оля, раз. 1000 долларов Оля два. 1000 долларов Оля три. Продано. А вы что, вообще не уверены? После... Не а а сказал, а я сказала, да да, продано. Я что продано. А -а -а -а, нет, ты сказал после. Нет, продано. ты после продано. И это очень хорошо. Я очень рад, что ты сказала после продано. Давай. Это я сейчас убьет я думаю. Не, показывай. не, ничего убивать не буду, но не, может нет. быть дороже нет, будет, мне кажется баксов 700 максимум, максимум. Блять, ну да какая нет. тысяча, там не стоит 1000 Да стоит, нет, ну... это 1000, там не, нет не, не, тысячи даже баксов 700-800, я думаю Ты вот чё там, блять, 400, 400 долларов? долларов. Ну засланы, но, если там будет там больше 1000, тысяча, то прикольно Не А, ну вот ш... это, кстати, подороже было, чем ну я думал Нихуя себе, блять Хуйня дорогущая, блять Бля, да как с экономистом вообще играть, это вообще какие-то люди, блядь, здесь гении Ох, ебаный рот, нихуя себе Блять, трейдеры, блять Какие-то сидят, блядь, что так, это? Так, стоимость данного контейнера 3100 долларов. Плюс, плюс 20, Ну 2000, да. Это пиздец, это невозможно. Это нахуй. Ну что невозможно, Очень. вать? Да это дешевая хуйня, ну что? Какая? она не стоит тысячу, ты чё, рофлишь? Блядь, я не... Ладно, блядь, делай сама, нахуй. Ребят, эти мы тиммейта. Я си... тильтую, нахуй. Мне чел тильтует из-за того, что мы не берем, ебать. Что такого, нахуй? Еще семь, семь контейнеров впереди, блядь. Ребят, нет, это, нет, ну, это реально си... выглядело как говна дешёвый. кусок. Выглядело да, как ебаное говно, а, блядь, я... нет, из, э... не стоит тысячу просто. Блядь, я тебе найду сейчас такие же самые вещи по тысяче гривен, нахуй. Ебаная хуйня нас, с мелком, у нас блядь. Пьяный плотник в подвале сделает такую я же хуйню. За, за бутылку типа, вот Ребят. Ребят, Ребят, дай, Блядь, это просто повезло, Мы не хотели блядь, не давать за это, за лупу. Типа, да, я, да, я запису, Ой, бы за бы это не брал. я вообще никто не вставит, говорю. Не а... я тебе говорю, что судя да, по... На, э, почему? почему ты судишь здесь? Да, 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 Это все стоит такое. Ребята! <со Почему что со ругаться? Да я ну помолчите, я, я пойду туда, что не, не буду говорить. Не нахуя что-то говорить, блять? Главное, типа, если, блядь. блядь, в том, что это богатый... Бакаты... что мы не да берем, ебало, ты... Да ебало закройте! Да иди нахуй, блять! Валь какой-то, блять, неадекватный нахуй, или что? Это просто игра, успокойся. Какая игра, <со> нахуя мне предъявляют за то, что я не хочу брать контейнер? Если он ну, спорный, пиздец. Тиммейт, у тебя и это. Пиздец, поигрем, по... тебя... Ты мне нахуй рот закрываешь. Как ты видишь, что я горю. Ну, потому потому блядь. что я попытаюсь сказать что-то и я провожу шоу. И потому я прошу не что происходит. Наконец-то! Молодые люди, уже время. Давайте, пожалуйста, это. Таблетки пить уже расписанию. Ром, давай на контейнер. Да, я ищу его. Ох, ебаный рот. После тренировочного кемпа команда оставила некоторые вещи на базе, которые сыграли важную роль в ебать. подготовке к бою. А, вот такая яну, яну. история. Расходитесь ну, по Все, все, все понравилось. Я, я. Я боксерские перчатки. Я не знаю. 100 тысяч рублей, прикинь. Это очень дорого, это пиздец. Дорого было. Я просто пытался сказать 10 раз, что главная подсказка была в том, что это богатая семья. Да. Не-не-не, ты понял. Я... я думал, я думал про то, что типа, ну, максимум а, это будет типа 1200, но вообще, когда уже Оля начала торговать, я думал, ну 700-800, наверное. Она говорит, 1000 и просто качели 1400, охуеть. Просто, ну, никто нет. не повышает этот, я думал, ну, за круто. 1000 хотя бы урву. Может, там Оля будет красава. плюс там, 200 баксов? Нормально, нормально, похуй. Ну, но уверен, За ничего. это будете обороты. Мы получается, вроде получается, это, получается на майце, такой, чисто Боксер, что будешь делать? Я пиздец, боксер. Мы сейчас, получается, Ром лидируем, что ли? Слушайте, вы не вот так лидируете на самом деле. Все, да, Оль, все, больше не торгуемся, заканчиваем это нахуй. Ничего это... не покупаем. Так, что ты думаешь? Ну, короче, Веном это нормальная фирма. Да? Э это типа я как... да. Да, это, это нормальная фирма. Еще есть фирма, которая на букву L, но я не помню, как она называется. Угу. Там такая тоже заряженная. Угу. Ну, ну, блин, ну тут, ну, нет, тоже может стоить каких-то денег. А ты можешь сказать начальную стоимость, как ты говорил до этого? А, начальная стоимость, но я, я, еще раз повторяю, что она ни на что не роляет. Да, я, сути, я скажи ее, ее, я ее Ну, 200 долларов будет начальная стоимость. Хорошо, все. А, да, мы, короче, за этот поборемся. Какую цену я называть не буду, но мы поборемся. Я думаю. Хорошо. Роман? Так, алло. Алло. Есть у вас предположение что-то по поводу этого? Ну, это будет дорогая злупа, мне кажется. Потому что сзади какая-то лежит эта это, блядь, устройство не видно, какое там не видно вот за левой этой гири там какая-то под под голову на этот подушка непонятная. и вон ящик еще да можно даже 2000 ебануть ну это да, выглядит там... очень качественно там... и очень дорого на самом там... деле там, типа, там 1000, 1400, закрыто 2000, там, там закрыто еще вон видишь этот... Модер, зачем, зачем вы чат да, э... за это если просто пакеты денег и все лежать я его закрыл не просто не... там ласты лежат плавать какие там люди. 25 сабок лежит сюда нахуй? Бля, ну мы пока проебаем, сука, надо камбэкнуть. Да как, бля, камбэкнуть, сколько у нас денег нет, мы не можем эти деньги продать. Так, хорошо, я пойду ну, дальше ты... тогда. <кười> <кười> а, так, ребят, если вы не расходите по разным комнатам, тогда я так два слова от вас хочу послышать, если этот. Короче, все, ты сломал, Вадима. Вот, потому что могу я тебе сказать. а, вот. а так по контейнеру, ну нихуя не ясно, блядь. Я и спорт, мы по разным местам находимся. Я не все. знаю, что, вот это за лупа электронная. Это силомер. <То> есть, перчи, там мешок, я вот это приблизительно понимаю. Это силомер, Вань. Силомер? Ну да. В смысле, Пиздишь, а тебе что? показывают килограммы, там сколько ты пизданул. А, в смысле, а куда он устанавливается? Не ну, он там ну, этот, в грушу, по-моему, ебенится, блядь. Или в эту хуйню. Это... А, вот это рядом, которая палка стоит, ты имеешь в виду. Ну, либо он в нее, не либо то, на котором. А... Да, 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 типа. А, ну, я не, не знаю, ну, по-моему, как-то так он там подключается по датчикам по всей хуйне и башит килограмм, сколько uh -huh, ты ударил. Uh -huh. Так, хорошо, yeah. я вас услышал, тогда я всех моваю. Нормально, это со 100%. Алло, алло, я вас мулую, если еще. Это а, не плохая фирма. Так, стартовая цена 200 долларов, ребят, на данный контейнер. Шаг 100 долларов давайте будет. И 1200 долларов Гвин раз. 1500. 1000, 1500 кост еще раз. 1600. 1600 э, гвин раз.

да, да, да. да. Электронная залупа просто... не знаю сколько стоит Да ну, мы видимо, сейчас уже сами нажимаем, понимаешь? 300$ долларов сейчас заебись А, это Цы были на, это были утяжелители или? А, бля, там пустая М -м -м. сумка Счита. была, бля Пустая сумка, Счита. да Там Мне пустая кажется, сумка, сумка да. была ну, минус 3, бля, Там пустая сумка была, я думал там что-то положили в эту пустую сумку Я говорю, ты можешь быть как Бай, типа выглядеть Здесь, короче, Нет, ничего не сумма кладет было... внутрь сумок. Да, я рассчитывал, что про сети будет. Шмутки, будет тут шмутки дороже. могут быть только за чем-то. Внутри чего-то. Да. Только да. вот один раз было в этом... в, Скан... Блядь, как ну, это называется? Не сейф. В сейфе, сейф, да, сейф. был один ну, раз. Ну, я тебе как и говорил, типа, что это фирма норм. А, ага. И будет. Я просто рассчитывал, что может быть за рюкзаком что-то. Так, мы хорошо, идем дальше. Мы Ребят, если кому-то куда-то надо уходить, давайте я просто уменьшу количество, так как мы поздно начали сегодня контейнер, там, например, еще пять или что-то такое. А так кому надо уходить? Ну, я просто так спрашиваю, если кто-то... Да у... похуй уже. Уже, уже, уже куда нужно было, уже похуй. Потому что, блядь, уже поебать. Концерт тоже был. Я просто спрашиваю. Мне никуда не надо, Олю тоже. Нет. Хорошо, давайте тогда продолжать. Вроде бы, да, Олю? Не, И, пожалуйста, не расходись не по комнатам, чтобы я к вам заходил. Ну, как, О -о. Ребят, у нас дети венец, сука. Да, а историю, на что там? Пустые на коробки. На одной <свят> из распродаж кому-то повезло, а кто-то остался ни с чем. А некоторые коробки из распродажи попали сюда. Коробки? <свят> Кор ты охуел с камер, Дмитрий Ликс? Нет, ребят, цена настоящая. Ну, то есть, а коробки не пустые. А, конечно. А, не постой коробки. Точно не пустые. А с чем, блядь, с дерьмом внутри? То есть каждая коробка с чем-то, да? Да. Кашлеван. Mm. Да Расходись, пожалуйста, по комнате. Это пизда миллиарды нахуй. Это, блядь, квантиллионы. Это, блядь, миллиарды нахуй. Про! А мы можем просто это... баликом задушить. И что Слушай, это, ну баликом Байк задушить выиграя? тоже нас тут тоже могут. Кто нас может Ты же не мог подъебать, да? Сказать, что ну ты просто про коробку сказал. Ну, это Ваня, не знаю. такого нет, что оно будет стоить там 100 долларов или 200. Я сразу это говорю. Наушники сколько? 400 баксов, да, по-моему, стоят. Да они дохуя стоят, блядь, Ваня. Я не знаю, даже каких цен, блядь. Там еще сзади новые наушники, эти, смотри, их. Самый дорогой здесь точно должен быть MacBook Pro. Потом. Или блядь, стоп, два, че... сейчас, я... секунду, я уточню на всякий случай. Че, может подъебка с коробками быть, да? Ну да, есть ли тут какая-то подъебка. Ну просто, типа, это надо понимать. Просто исходя из предыстории, типа, ну, распродажа и распродажа, блядь. Так, ну, ну, скорее всего, подъебки тут никакой нет. Да. Всего тут никакой <laughs> <laughs> Не, Вань, пизда, я не я, знаю. Я вас оставляю. <смех> <смех> тут Вань Алло, ребят, есть какие-то предположения? Алло? Здорово. Че, ну, если этот, вы хотите, то я не буду просто заходить. Да нет, почему? Просто спрашиваю, есть Я предположения? уверен, что это китайская какая-то техника. Типа ты сказал, что кому-то повезло, кому-то нет. Не знаю, я везде всегда ищу подвох. Я очень надеюсь, что это китайские как, как, какие-то эти айпады, айфоны, блядь. Тупо мемная хуйня. Ну, типа, это слишком банально. Положить просто, типа, обычные айфоны, обычные наушники, чтобы все просто посчитали примерно, что вот Mac стоит там, блядь, 3000 долларов, наушники там, типа, 300 долларов или сколько там они стоят. Я очень надеюсь, что это китайская техника. Тут будет еще стартовая цена по-любому, блядь, там 1500, блядь, плюс 500. Хорошо, я вас услышала. Я иду дальше. Алло, ребят. Алло. Вот уточни, пожалуйста, моментик один. Да, да. Ты сказал, это коробки, или там есть все-таки что-то. Не обязательно а, продукция. Смотрите, Apple. В описании есть подсказка. В описании есть подсказка. О, На одной из распродаж кому-то повезло, а кто-то остался ни с чем, а некоторые mm -hmm. коробки из распродажи попались сюда. Это главная подсказка, у вас должна задуматься. так, ребят, ребят, мне, мне, ответили, что в описании есть подсказка, я могу вам еще раз его прочитать? Да еще раз. На одной из распродаж кому-то повезло, а кто-то остался ни с чем. Коробки из распродажи попали сюда. А, ну то что я сказал тебе, Ваня. Так, ребят, алло, алло. Я вам забыл сказать, что ну, мне отправили этот, описание, ну, сказали, что в описании есть подсказка, поэтому чтобы этот, э, на одной из распродаж кому-то не повезло, а кто-то остался ни с чем. Кому-то повезло, а кто-то остался ни с чем. А некоторые коробки из распродажи попали сюда. Поэтому вы можете найти себе подсказку. Так, я всем сейчас говорю. Так, алло, ребят. Что вы думаете? Алло, ребят. Да, Но... да, панк весь залем, похуй, нам вообще на все деньги. А, так, я еще на всякий случай вам э, повторю описание, <coughs> в котором, возможно, есть подсказка. В котором есть подсказка. На одной из М -м -м. распродаж кому-то повезло, а кто-то остался ни с чем. А некоторые да нет, давай коробки не пропакал, из распродажи попали не. сюда. Но, э, ни с чем, значит, какие-то коробки пустые. Короче, нет. Да, блядь, надеемся, что это наебка, я ебал. Я, я думаю, еб... там хоть в одной, хоть будут кириешки, типа. Ну хоть что то будет. Да, это наебка за процентов. Да, блядь, блядь, сейчас. Лучше скипнем. Кирешки сейчас стримят где-то. Не, хочу, чтобы кирешки там были, лежали внутри хоть одной коробки. Кирешки, сухарики, блядь, или что это? да, 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 три корочки хоть. Это наебка 100%, я буду скипать этот ход. Так, хорошо. Не может быть, так все просто. Я всех мову и тогда сюда. Да как не хуй. Так, алло, все, ребят, я всех му. Стартовая цена этого контейнера 500 долларов, шаг на него 500 долларов также. Так, начинаем, раз, два, три. 500. 500 долларов Гвин. Раз. 500 долларов Гвин. Ну вот. все, нам пизда, короче. Это хуйня коробки 500 обычные. 500 долларов били. Гвин. 3? Но с вашим не продано. Блять, что даже ты еще никто не ну, риснет, Вы че вообще пусть Я что-то боюсь блядь. тоже, да. Да, да блять, я, я попался. Коробки сейчас продажи, блять. А ты прикинь, это, это не это Нет, но, у вас, что вообще, не пустые коробки, блять. Сейчас прикинь, у тебя изи один ну, просто магук я... есть из всего я и все. Я ставлю и на прися. то, что это китайская техника. Ну это это она должна быть стоить тут ну, тысячу а, хотя бы. Не, ну за 500 хуй с ним, за 500 хуй с ним За 500 возможно вы в плюсе. Ну давай, похуй, давай, Ром, давай, давай похуй. Так, на уши, на уши, ко всем заходил и главная подсказка сейчас знаете, в чем было? <Свус> да. мне, мне, кажется, тысяча можно было. Давай, на романчик. Наушники. Сейчас будет 10 mm, тысяч. Это, это настоящая. Да <Свус> коробки, да все, а, коровки, не все похуй. А. О, ебать, ебать! ебать! еще можно было рискнуть. Бля, не сука, я, я в конце уже хотел сказать, но за Там зал, айфона не бля. было, да. У вас, сука, блядь, боитесь рискнуть косарь. Ну, айфона бля, не было. я не могу, Не за 500 бачей. Так, поздравляю с покупочкой. Спасибо, ну, бля. А, так, давайте идем Оль дальше. Оль, ты стильте? <къех> я нет, все хорошо. Не, я говорю, Оль. А, ты пишешь что, не, что не купила. <къех> Итак. Эй, <къех> похуй. Вещи в этом контейнере когда-то принадлежали большому фанату Формулы 1, который сделал О, дома неплохой не симулятор, чтобы поиграть в любимые гонки. О, ну, ну, это, это братюня, блядь. <laughs> Все, э э так, переходите в разную комнату. Дорогие. Не, слушай, этот руль, кстати, не особо дорогой. Я хотела сказать, тысяча, но я и так подумала на второй бля, раз. Ты так не я вообще я не думал, хотел. что кто-то. Я, я, я понимал, что там точно где-то будет. Я, знаешь, я, подумал о том, не я подумал о том, что, Air, может быть, будет AirPods и все, например, да? А, или только iPhone. Вот если был бы только iPhone, мы были бы на 300 баксов плюс, если только, например, mm -hmm. наушники и этот. А по итогу, сука, еще MacBook прокнул, и что-то там да. еще. Пиздец. Ну да. Ну ладно, похуй. А тут. Вот что? это эта хуйнюшка, походу, дорогая, какая-то. Там, mm. походу, перчатки какие-то, кроссовки. А, вот эта гоночная хуйня, в кстати, которой я сидишь. У вас, да, в курсе, да. Uh. А, да. Вы так интересно рассказывали, пиздец, мне интересно было. Чего вы думаете, вот это брать хотите? Ну, блин, я... Блин, на самом деле, эта хуйня может быть потенциально дорогая. Там еще же за коробками может быть что-то. Да, за коробками. Может быть, конечно, и пусто. А да, быть, потому быть. что сейчас в айфоне прокнул, что там был iPhone. Хотя mm -hmm. это, в принципе, тоже учитывая, что это такой контейнер был специально. То есть тут может прокнуть тоже. Блин, ну 2000, две две может быть. Mm -hmm. Я хочу узнать, сколько стоит вот эта хуйня с креслом. Примерно. Вот если ее предположить сколько она стоит, остальное можно уже подкорректировать она... под это кресло. Потому что это самая дорогая вещь должна быть. Она должна быть дороже, чем телек. Дороже, чем вот этот руль. Так, хорошо, вы обсуждаете, я вас, в принципе, послушал. Mm -hmm. Да. Ебать, Этот поздравляю слева... с покупкой лакера да, Йован. Спасибо. Ой, спасибо это... большое, бля. Этот руль слева, это фанотек. Вот этот руль слева, он как раз таки идет к подиуму этому фанатековскому Так. Вот, как бы, типа. Они в целом, в целом, стоят, как бы, ну, относительно. То есть, вот эти все большие, они стоят там, ну, полторы тысячи долларов примерно. но все стоит. То есть, я думаю, руль плюс подиум, ну, до тысяч долларов будет. Плюс монитор, пускай, ну, еще 400 долларов. Плюс за коробками еще какая-то периферия. Я думаю, до ну, 3-250 будет стоить все максимум. Вот так вот. Mm -hmm. ну, вот как бы. А там типы уже как будут. То есть мы просто можем лодку раскачать и все, и полетели. Так, хорошо. Ну да. Я вас услышал. Ну три косаря смело, да, думаешь? Я думаю, две, две с половиной точно вообще можно даже не, не париться. Mm -hmm. Окей, я Окей, я остался. Алло. 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 Что, будете брать, врываться или нет? Ну, можно, конечно, посмотреть, смотря то, сколько даст. Ну, можно, ну, блядь. Тут есть монитор и руль, но еще же должно быть, типа, то, что проигрывает это все компьютер, либо PlayStation где-то должен быть прятан, мне кажется. На этом комплексе состоит еще какой-то лазер ебаный. Это, наверное, ну, я думаю, больше там еще перчатки, кроссы какие-то стоят. А нахуй кроссах водить, ты что, ебанутый, мужик? Не, ну что-то же должно... Типа... просто ходит дома, пиздец. что должно это проигрывать на мониторе, поэтому там где-то заныка на что-то отвечаю, блядь. Ну еще этот постер. Ну я думаю, больше 2500 стоит. у все. сейчас. за 2К. На 2 2 500, да. Посмотрим, кто и сколько даст. Короче, у нас бабок мало, нам надо, блядь, на пуси бойчик быть. Она не нальет, я пуси бой. Алло, ребят, хотите мне что-то сказать, что-то по этому контейнеру? Что думаете? Чика узнает, но мне почему-то не кажется, что это очень дорого, типа, Потому что это руль не очень дорогой. Типа я когда руль себе искал, если я не ошибаюсь, такой руль стоит а, долларов 200. Перчатки недорогие. кресло, Ну, ну хз, по идее это очень бюджетно. Должно, может даже в полторы тысячи долларов войти. Так, хорошо. Так, и все это все, тогда я буду всех сюда да? Так, алло, ребят. Да. Стартовая цена да. этого контейнера будет у нас также 500 долларов, шаг всего 200. 500. Итак, начинается. 700. А, 700. Ну, уже можно. 1200. 1200. 1200 Гвин раз. 1200 Гвин. 1400. Косарь 300. Похуй. 1400, Серега. Раз. 1600. 1600 Гвин раз. 1600 что гвин. А что там 1600? 1800. 1800 Оля, раз. Я первым сказал блять. Две. Тем не менее 2000 гвин раз. Или ты сказал две, Сережа? Не дохуяли а, мы ну полезно. 2000, 2000 гвин раз. 2000 гвин два. 2200. 2200 Сережа раз. Да блядь, я беру ты куда? 2400. 2400. Я, я просто забавил. Я 4. просто забавил. О, блядь. Я просто забавил. О, блядь. Я беру. Поразитель. Итак, 2400. Гвин раз. 2400. И тогда у нас будет плюс Гринмарович. 2400. Гвин 3. Продано. Там да если здесь сейчас, должно быть изи это, это окуп, это окуп. Да, правда. это да, окуп, потому это что, знаешь окуп. что, там может быть за какие да, коробки какие-нибудь да коробки, там фанатековский руль лежит, сука, за полторы тысячи долларов только, блядь. Алло. С чего ты взял? Такой руль стоит... Не, а... не руль да. стоит... С, С левой руль... руль... Не, мне, мне кажется, руль дешевле, он стоит 200 баксов. Жми, 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 Ром. 200 баксов. Фанатек, нахуй! И подиум, подиум тоже теперь жми. Подиум еще полторушка. Опа! Жми, 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 подиум, Ром, на кресло нажми. Подиум! Еще полторушка! И теперь. Монитор за 450. Монитор за 450, блядь. Монитор 450! Сюда! Непонятно, чего попал! Ты этот контейнер сам составлял скидывал? Я понял, Бля. Не, просто я говорю я. Было 2400, да? Да, 24. Да. Ну, ты, бы, ты бы Гвин где-то до 3К торговал, да, Максим? Я да. до 3,5 рассказал. А, до 3,5. Да, Нет, да, не да, да. Ну, да, вот это... тут типа... Тут так Батя, типа, блин, ну зачем, Батя, да, типа, да, да. да, да. да ну Нет, я зачем? Отыгрывал, а играл, да. Я не первый ты думал, Баля", а Баля, вообще не палишься. Просто говорю, у нас есть челик, который собирал. Вань, слушай, если бы она и... это поняла, она бы. Бля, ну я больше. бы больше 3 не пошел. Ну, бы... что мы, мы, мы сидели, рассуждали, мы думали, что 3000, и может быть там что-то еще где-то будет спрятано. Ну, про руль у нас то, что инфу не мы было. Мы не знали просто, дорогой. сколько стоит это все. Да, в я думаю, может быть, там, знаешь, за коробками какой-нибудь очки, что типа чел сидит в кресле на руле и в очках каких-нибудь, потому что они дорогие будут. Так, а если за рулем сидит мама и смотрит, как Пай. играет ее сын. О, это я знаю, oh -oh. сколько стоит. Вещи из разных коллекций Лего, которые остались на складе, попали сюда. Давай, давай, давай. А подожди, еще раз, почитай. История можно? Да, вещи из разных коллекций Лего, которые остались на складе, попали сюда. Коллекционки, да, могут быть, короче? Сейчас мы разбеходимся. Сейчас, надо, Вань, посчитать, сколько у нас профита, сколько у нас разрыв. Сука, блядь, я в Вайлдберрис, блядь. Так, алё. Короче, мы... Я, наверное... Короче, одна вот эта вот лего-группа, <служдая> которая Lamborghini справа, я знаю, что она стоит около 30 тысяч рублей. Это сколько? Это 500 долларов где-то. Нет, а а? Сколько 30 тысяч рублей? Это сколько? Нет, нет. Ну да, 500 долларов где-то. Да меньше. 400. 400 долларов эта хуйня Lamborghini стоит. Там еще тоже пиздатые коллекции, поэтому каждый можно... Там три можно брать за 400, это 1200. И там по мелочи, ну типа больше... Ты тысячи... Ну, тебе больше 1500 не стоит, мне кажется, откидывать. Хорошо. Самый лаконичный вариант. Я вообще не шарю в Лего. Никогда не складывал. Нет, 1300. Именно эту видел, Ламоргини. 132 тысячи. Так, ладно. Сука. Окей, окей. Мы в тюрьме блять, мы проебаем, сука. Так, я иду дальше тогда. Так, алло ребят. Что думаете, будете бороться за него или нет? Ну, вообще, если это все нормальные цены, тут, по идее, все цены известны. типа, я просто видел, я не знаю только, что вот это вот сзади за штука. Но, по идее, все эти цены, они легко читаемые, потому что мы смотрели, короче, как эти лего, сколько эти лего стоят. И сколько вы бы дали за этот контейнер? Ну, бля, я не знаю, вот это сзади штука сколько стоит. Это сложно. Майнкрафт, по идее, тоже так, которая я думаю. Может, что-то есть редкое, но, типа, я не знаю. Да, не знаю, но сильно бороться. Я не вижу смысла за него. Так, хорошо. Я услышал. Алло, да. ребят. Не знаю, что, что может думаете? быть за коробками. Да, что ну... Вы выпустили блин. пиздец, Гвина, и, э, и инсайдера. Ну, а? про... Что? Говорю, вы, Гвина, и Инсайдера что-то в пиздец выпустили вперед. Да блин, да. А... Ну, мы понимаем, ну, что ну, мы с пос... другими там ни кем нет. И, да, мы да, не знали глинная. про сколько это все стоит. А Видишь, он прямо знал, цену. Он прям знал цену. точно, что руль он стоит типа два шарится, это, это вообще все. пиздец. И прок, который с айфоном был тоже. Это вот два раунда, которые все зарешали. Он да, за Но, Тем не менее, отрыв у вас ну, не супер большой, я бы сказал. На 4 тысячи долларов. На 4,5 тысячи долларов отрыв. Ну, короче, смотри, вот это Лего, ну, типа 100-150К это полторы-две тысячи баксов получается. Что-то если там еще где-то лежит, но навряд ли что-то здесь лежит. Да, коробка, меч, может быть, лежать, Я бы торговался бы до 2К-баксов, не больше. Ну, и то 2к баксов я буду торговаться, я просто куплю то, за сколько оно стоит. А ты историю помнишь? Историю я не помню. А, вот надо помнить два раза Ром. Не, а все. вот не буду. повторять. Не буду повторять. Нет? А я сейчас смотаю, твои вот. Я тебе сейчас в рот, нахуй, Так, Рома. Алло. А. Короче, это full Алиэкспресс ебаный. Типа, эта хуйня стоит, ну, блядь, там, долларов 700. То есть мы так до косаря попукаем, и все. Все. Хорошо, я вас услышал, я тогда мову всех сюда. -все, За... Заканчивать будет, может, она закончится сразу. Или он будет так, я, я Еще я Что? А, а. Да, да. Let's go. Да. Да, давайте. Стартовая да. цена этого контейнера 100 долларов, и также Так у нас 100 долларов.

Ну, это, в идеале, это, это в идеале, идеале окуп. Баксов. Это не 100% окуп здесь может быть. Возможно. Ну, это да, не, да, это нет, либо полторы тысячи, минус, либо минус, нет, минус, нет, это, это ну, за коробочкой что-то может лежать. Потом, блядь, по одна хуйня 400 долларов, там три хуйни по 400 долларов стоят. Вы что, блядь? Ламборгини да, нет, 32 тысячи тысяч рублей стоит. Алло, я видел. Ну, Только да? Ламборгини она и стоит. Ну, тысяча ламборгини сзади а большая хуйня. Они они огромные, столько дорого стоят. А кто купил по итогу, я проебала. Мы купили. Вы купили, за тысячу сколько? За 1600, да, вроде? За 1600, да. Давай нажимай. Так, да а, не, это это должно стоить полторы-две тысячи. За сколько купили? За 1700. 1600. 1600. 600. 600. 600. Вот, вот это Lamborghini 440 долларов. Ебать, 67. у вас какие-то недоценки, блядь. О, там какая-то а, какая там коробка. А, там, там какой-то да. адик а, лежит. Да, там Адидас кроссовок вот этот какие-то Адидас кроссовки еще, пиздец. Адидас кроссовок Лего сколько? А стоит? как Лего связан 15, с кроссовками? 15, наверное. А, Лего коллаба какая-то. А, он не да. очень да. дорогой, по-моему, а, да. Лего кроссовок, наверное, дорогой старый. Не, до долларов 200 было. стоит максимум. Долларов 80. 80. Ну, 80. Ну, мы в минусе написали, да? Да. да? Ваня, я же тебе говорил, Вань? Да, да. Вот ну, так вот, блядь. Я, я думал, что легла. подороже будет еще одна коробка хотя бы. Но это все равно бы окуп было бы просто... Ой, не окуп, а ровно. То есть mm -hmm. сколько я даю и столько получаю. Ну, похуй. Там их догнать это вообще нереально уже. Это надо mm -hmm. за тысячу долларов купить что-то, что будет 10 тысяч стоить. Или так, там хорошо, 6. давайте идем дальше. А, так, никуда не расходимся. У нас секретный контейнер, ебать. Уи! Опа! Рассказывай. Так, да, сейчас я открою историю. у меня, Фрост. Итак. Ой, что это такое? Купил себе, чтобы шары погонять. Бильярд. Баллон, Бильярд, В принципе, вот такое описание для данного контейнера. Варна баллон, это Начинающая стоимость. Цена 100 долларов и шаг также 100 долларов. Let's go, поехали. 200. 300. Если вам не надо времени обсуждать, тогда давайте... Давай, 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 похуй. Тысяча! Хорошо. Жожо тысяча долларов. Раз. Шары погонять, подожди. Жожо да, тысяча Сразу. долларов. Бильярд какой-нибудь действительно, наверное. Жожо тысяча долларов. Три. Тысяча сто. гвин раз. Тысяча двести. Бля, Бля если антипорядный бильярд. 1300 триста гвин раз. Четыреста. Тысяча Оля, раз. Да дай нам, Тысяча пятьсот. Тысяча пятьсот, Жожо, раз. Тысяча пятьсот, Жожо, два. Тысяча 1600. Да гри, сука раз. ты! Ебать, я просто дам, блин, <свистит> пиздец. 1600. Знаешь, как диффуз бомбу ждет? Да, да, 1600, Оля, раз. 1600, Оля, два. 1700. 1700 я задеп, блядь. 1700, Гвин, <свистит> два. 1800. 1800, Оля, раз. 1800, Оля, два. 1800, Оля, два. 1800, Оля, два. 1800, Оля, два. Оля, еще тогда. 1800. Оля, 1900. 1900, 1900 гвин раз. Ультра ласт. 1900. Гвин, Ультра ласт. 1900 гвин. 2000. 2000 раз. Все, да, 200. найт. все. Найс, да деп, все, все. 2000, все. Оля, раз. Все, это да плюс да 2000, Оля, два. Еще тут 10 тысяч. 2000, Оля, три. Где 200. Ну, да, бля, это О, бля заебало, кстати, да. я не сказал про... дай бустей. Давай, давай, похуй, давай, давай. 200 гвин раз. Давай. 200, 200. Глен, два 200. две 200. Оля, раз он у нас баксов еще а обул, сука две двести раз два гвин только не надо пожалуйста хорошо все 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 две оля продано что за бро да это страшного, это мы еще узнаем это мы сейчас узнаем шары погоняем, чтобы детские вот эти знаешь которые типа ну, давай, я вам как попытка. Да пофиг, мне просто бюджет, интересно уже. Ну, ну <плодисмент> Отличный бильярд. Но он тысячу долларов идет. Согласен, сказать, да. отличный бильярд за. Блять, реально тысячу да. долларов. Да. Ну, блять. <Это> называется ну, ладно, Называется. Ну, ладно. Чел делает паки, потом в них играет. Ебать, а я тебе Темп просто 100, 200, как я. касаюсь. Нам все равно не догнать уже просто. не Не-не-не. Все, мы с кем начали. Почти. А что за трансформер в середине, блядь, что это? Так, а, после переезда семьи в новую квартиру некоторые вещи из бытовой техники попали сюда. Угу. А он опять секретный, это, да? Нет, 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 это не секрет. Блин, так, Если вы, вы хотите по быстрому закончить, можем типа все. У -у -у. Это просто... Давайте секретно так да, и да, по быстрому, так, да, да, по быстрому. Да, да, -быстрому. нахуй наше размышление. Сразу... Давай, да. давай сразу, ставки. А хуя. А сколько контейнеров? Давай. ну нам не надо точно, наверное, да? Пять контейнеров, из которых один секретный. Ну, давай этот просто. Давай, я начальная покажу. ставка, Кайро. Итак, начальная ставка 200 долларов. Шаг у нас 200 долларов. 1400. 1400, Гвин, раз. 2000. 2000, 2000 да. Костыч, раз. 2200. 2600. 2600, Жожа, раз. 2600. Боремся. 2600. Сколько там, сколько, сколько? 2600, Жоржа, 3 Не продано. Weiß. Бля, ебать, дал Сука, я. А мог что? А то надо покупать, заебало мне сидеть пердеть. Что за такие цифры мы за я не знаю, Полезные вещи. Ну мы проебали тут ту сторону. Да, я сорву. Там бог уже знаешь, коробка хочет не жить какое-нибудь говно. Это, это, Ну, может холодильник вообще один касать стоит. Это может только один к одному быть, а, может да, плюсе. Ну мне кажется, не минус точно. Да нет, все, проебали. Мы минус за деп минус за деп. Вот. мы сказали, пизда. Да, это минус за деп, минус за деп. Вообще. Давай, Роман, открывай. мы в таком тильте. Блядь, не зовем. Бля, ну ладно, 600 баксов минус. Окей, я Ну я на 2000 хотел остановиться. Так, окей, идем дальше. Oh, да, oh, вещи, sport которые есть в этом контейнере, когда-то принадлежали любительскому велосипедисту, который из-за травмы прекратил занятие любимым хобби. А, любитель. О, так, Любитель а это. Да, хуйня. если вам хуйня. надо обсуждение, то давайте 30. Секунд, Не, давай, давай сразу, <пот answered> давай сходу, просто сходу, блядь. Давай, пацаны, вы согласны, пацаны, девчонки. Да, а так, а а да, части, да, есть есть, есть, есть Да, это можно. Давай сходу еще. Какое-нибудь интересное, может, если будет, можно будет Да, Давай, давай, давай. Стартовая цена 100 долларов, шаг 100 долларов. 750. А, 200 700 тысяч ставлю. 700. Сколько? Сколько? 700, 700. 700? 700 Гвин да. раз. 700. Ставлю, гвин. ставлю одну ночь на своем. 700 Гвин раз. 700. 800. 800 косточ первого слышал раз. 800. 900, 900, 900 гвинь, 1000, 100. футов, 1100 1100 раз а на ночь моя мама еще хватит уже 0 раз так сколько я уже купить должен был на меня шутка была сколько там а 1100, раз тысяча сколько 1200. 1200. Я купил уже должен был 10 бля, раз. Я должен был в когда я скажу. Да, ёба, я шучу, шучу. 1200 раз. 1200, 2-3-4 продано. Вот <свят> ты уйдешь. Да я шучу, шучу. 1200 раз. <свят> 1202. 1203. <свят> 1300. Уже продано, блин. Сейчас не успел. А это я купила? Да, за 1200. А я думал, не перебили. Ну она. Смотри, а б... смотри, на велосипеде я поеду нахуй, а ты вот угу. это будешь крутить дома сидеть. Да. А ты будешь пытаться догнать Сережу на этом. О, Оль, ебать, что? Ебать, Оль, такая. Просто контейнер. Балансиага за сколько? Ну-ка, нажми на нее. Они, они, блядь, не балансиага. 80, смотри. Что это не балансиага? А нахуя переплачивать? Да, нахуя платить больше, ебать. Ну, скид, то пиздец.

по итогу у вас 13 тысяч. Так, ну. Я же что велик дорогой. 13 тысяч 980. Окей, okay, идем дальше. Uh, oh, так, говорить, для отток. Отток. да, после того, как ЗОО-магазин узнал, где поставщик заказал эти товары, решил их вернуть назад, и по ошибке они попали сюда. Mm -hmm. Угу. На, значит, значит, заказал на розетке. Так, если вам так же не надо думать, то вы можете... Да похуй, кому еще думать надо в этой жизни, чел? Чел. 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 Так, окей, давай. автокормушка, автопохлебка. У вас Твич не умер? Не. Типа, не. Что-то у меня Твич. Я не знаю, я еще что-то на Твич А что за робот, блядь, там за сумкой стоит, блядь? Маленький с глазами. Нормально. Давай, похуй, let's go. Итак, Сколько у нас 17 тысяч? Да, mm -hmm. могу. О, у меня есть шариком вот такая оранжевая. И сейчас Джожо uh, uh, 1900, у Эвилона 12800, у Сережа 4000, соли, и 11400 у Гвина. Вадь, закуп, покупай за 12 тысяч эту тему, Вадь, ёба на рот. Итак, не, не нахуй а не нужно. Ваде секретку надо покупать. Вадя, Я, Вадя секре уже. Я секретку брать Алыном. Вадя закупил там хуйник какой-то и сидит, блин, скучает, блять. Я сижу, кайфую, книгу читаю, мне вообще похуй. Еще знания за 1200 и А еще там как этот, блядь, этот, Дэвид Джонс или как его зовут? Дэвид Джонс, красава. Я сначала не понял про книгу, блядь. Итак, ну как понял? Мужик, респект. Я не понял. Давай, 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 let's go. Ну, покупаем, блядь, кот котовку. А, итак, стартовая цена данного контейнера. Я уже забыл, блядь. Это контейнер? Я думал, это ящик. А, да, с данного... Да похуй. данного контейнера 100 да долларов. похуй! А, Сколько шаг, долларов? 100 долларов, шаг 100. А, да, 200. 200 долларов. А подожди, а вы видите 500... контейнер? Мне его нет, не нет, нет, а, пожалуйста, Я закрыл его, захотел а, закрыть. А! а все, 200. надо было вспоминать, бля. Да, 200 а, долларов э, Ваня ванне раз. Тысяча. Тысяча Оля раз. Ну ты вообще что Тысяча... Сколько? Тысяча сто. Тысяча сто раз. Тысяча сто два. Тысяча двести. -а -а. Оля раз. Тысяча четыреста. Тысяча четыреста гвин раз. Оля, у нас четыре тысячи долларов. Оллин! Тысяча четыреста гвин два. А сколько у них? Тысяча да, четыреста да. гвин три. Продан. Так, <laughs> погоди, они же сказали улын, сколько? Да, нет, нет, похуй, похуй, а, ладно, плохо, ладно. А сколько Это последний контейнер. 1400. А последний. Наши, да, 1400? Да, Ладно, ладно, да, да, да. Открывай. Да. Так, еще, поэтому поиграю. сейчас 1400 списываю, у вас ровно 11 тысяч теперь. Ну, я поэтому не захотел это сделать. Все, чтобы проще считать было, Ваня. Это чисто слив, понял, что а Ну, там робот, может, что-то стоит. Ну, оно, может, в теории, что... А, это тоже кормушка, блядь. Мне два раба выкинула. Я тебя вроде... О, Фу, хуйня. Ебать, вы что купили вообще? Поздравляю, ребят, поздравляю, блядь. Поздравляю, ребят, Это чисто для равного счета. Это не мы купили, да? Нет, ну, потом... Блядь, слава богу, побайтило и хватит. Я для ровного счета, понял, типа, На Напоху, вы сегодня догоните, блядь. Да, что они заулынили, блядь. Давай, мы вообще фанимся, успокойся, блядь. не хочет тебя... да так, booting. хорошо, идем дальше. У нас предпоследний контейнер, ребят. Да. Mm Алым! -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. uh, умными oh вещами может похвастаться этот бренд. У него и Xiaomi. Uh, so у него это Xiaomi. У меня Xiaomi. <длично>. У меня чайник такой от Xiaomi. У него их очень много. Вот такое описание. Ладно. Че разойдемся? Нет. Да, да нет, давай не. давайте дальше. Ну, нет, нет, так, так последний Да, ну а Вот они последние, это предпоследние. Ну, последний это будет секрет. Я, типа... С... Ну, гоби секрет не, не забирают, а может, мы и мы не Нет, уберем. это даже. Окей. Okay. Ну, у тебя больше всего бабок? Угу. Uh да. -huh. Да, да. Секрет, ладно, на самом деле, можешь все решить. Тогда мы увидимся. Так, сейчас. вы <coughs> расходитесь, да? Так, у нас воли сюда разошлись. Че, ребят? А мы разошлись, все. А все. А все, мы все. Смотри, короче, самокаты стоят, это, это по-моему, это там плюс какой-то. Он, по-моему, стоит... А, 30? Да, он стоит, по-моему, 30 20. <къех> так. Ротор а, роутер стоит, наверное, тысяч... 4-6, может, так, где-то. Mm -hmm. Стоит рублей, наверное. Бля, это на самом деле недорогой контейнер. То есть, типа, он... Блядь, ну... Ты просто дохуя вон, но он недорогой, я думаю. Телек еще. Сколько телек стоит? Там еще пылесос, робот-пылесос да, сзади стоит, который mm -hmm. за хуйню этой. Робот-пылесос тоже стоит. Тысяч 1030-50 может быть съемуске, если это пизда, пылесос. 30 или 50, а может 20. У -у -у. Сколько телек может стоить? 1050. Короче, суммарно, это 2К а, максимально. У -у -у. Контейнер на 2000 долларов. Больше У -у -у. торговаться нет смысла. И тот за 2к, если его покупаешь, то ты 0 уходишь. Как-то так. У -у -у. Так, хорошо. Так. Все, ром, пока. Да, телеком думаешь, ничего нету, да? Ром, пока. Да, пока, пока. Пошел. Пока, ром. Так, алло. Забей, у нас разрыв 4000 а. денег, типа похуй, вообще поебать, а у меня чайник такой есть, говорю, я его за 800 лей брал, это 5,8, это 4000, 4000 рублей на российские деньги, это в великих американских валютных, блядь, облигациях, сколько это, блядь, ну пускай, сколько это будет, Вань, чуть больше, это 60 долларов, по-моему, да, сейчас, вот, ну, короче, тут до 2000, мы можем спокойно ебашить. 2000 это уже all-in сейчас просто 1900 ставим по рофлу, чтобы косточ с Жожью ничего не смогли сделать. И половина балика от фруктозки и десаута. И все. А если mm -hmm. они забирают, то похуй полбалика сливаются, у них половина балика идет, даже если будет только минимальный. Разрываем дистанцию. Ластовы забирает Четыре 4000 месяц. у нас разница. Ну, где-то так, да. Я пересчитал, 4000 разница. Хорошо, то есть типа как слушаю. бы... Здесь как бы Люблю вот рыбные котлеты, что-то такое. Спать будет кто-то? Да. Не, я это не буду брать. Ну тут надо идеально посчитать, типа, тут, в принципе, все считаемое. Сколько самокат там стоит? 30 тысяч рублей. Мало не башен, потому что это 35 тысяч стоит вон. Убиралка автоматическая, то есть. по тысяч 15 стоит рукой убирать. Тут я просто все высчитать и все. Но не, я жду свой контейнер, это какая-то херня. Так, mm -hmm. хорошо, я всех молну сюда, ребят, давайте. Стартовая цена тебя. данного контейнера у нас тысяча долларов... Приятного Нет, сто долларов. Оля, приятного аппетита! 100. спасибо Так, цена данного контейнера сто долларов, приятного аппетита, шаг сто долларов, шаг. Пол Полторы Бля... тысячи.

2200. 200. 2300. 200, 2300. 300. Не, почему? Вин, раз. Оль, двойной Ваня. Два. Это 2 2300, Ваня. ну 2400. А, кто говорит Серёжа. А, блять, тебя не слышу ты нахуй. Я раз. Хорошо, 2 400, Серёжа, раз. Ну, забирайте, получается. 2400, Сережа, Серёжа, два. 2 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 2600. Чё? 200. Нет, 200. все Оль. Это было 2600 или это было... Это, 200. 200. 200. это было 2600. 2600. 2600. Раз. Оль, больше 2600 не надо больше. 2600. Два. 2600. Три. Продано. Мы в минусе на 400 баксов или на 500. За 2600 вы купили? Да. Угу. Там робот да пылесос, Похуй, который... 2000. 2000. 2000. 2000. Ну, давай, давай, 20 давай, давай. Я давай, просто смотрю на последний. Робот пылесос 30 тысяч тут. И такой впервые, что последний контейнер может прям пиздец, как все порешать. Ой, блять. Ну, охуенно, а у нас вон Что порешать, что Вадя его Мне кажется, решил написать, еще и, блядь, в Телеграме позвонить, нахуй. Итак, Чел сидит со мной в Дейце, мне звонит телеги. Чайник, 50 баксов. Да, я бы скликнул, Это Это 30 баксов. Давай, в угадайку играй, Серега, что дальше? Потом, смотри, вот это с какого? Что это такое? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Что? Самокат, короче, 30 тысяч рублей. Это сколько? 500 баксов. 400 баксов. What the fuck, бэба. Вот, замечательно. Это 100 Прошка. Прошка, Прошка наверное, Это 200 баксов. Нихуя. Это 300 баксов. Ебать. И... Меньше. А, 300, да? Это да, 150, да. это 150. Это роутер, блин, 120, там. Это 60. Это... Подожди, ну если 20 тысяч рублей, то это 200 баксов получается, да? Или Нет, 30-35. Ну и это где-то 600-700. 900. 900, замечательно. 600. Нормально. Поздравляю, плюсик на 500. Опа, плюс 50! Ура! Я легенда, Это просто. Красава, а, не, ну сейчас я не думаю, не имеет смысла сейчас Вадя он и ему помнишь. Не, у нас съемки просто не хватало. Не, зачем мне улын? Да, ему надо 10 тысяч один. Данный контейнер последний, может изменить вообще все. Впервые. Да, да, я уже понял, что он ноль стоит. Итак. Алын. Цена. Да, э, не, описание, погодите. All in. Заказал себе. Да дайте описание сказать, сука. Заказал себе это у Илона Маска. Все. Тресла! Роспись. Итак, да. Да. Я приготовил кофе. Стартовая цена данного контейнера 2000 долларов. Блять, там хватает на улын. Да я шучу, я шучу. Ладно. Стартовая цена данного контейнера 500 долларов. Шаг 500 долларов. 2000. 2000 2000, 2000. 2000. Ой, маю, Раз. 3 500. 20 нет таких денег. 2000 Эвелон. -hmm. Откуда ты знаешь? Два. Сколько шаг, сколько шаг, сколько шаг. Это видео no, привет. Это видео привет. 2000 Это видео привет. Hello, носатый. 2000 Эвелон. Сука, давайте рассчитать. 2000 Эвелон. Три. Продано. Давай, а, видео там, при... а там видео, 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 видео а там привет. Тесла, нахуй, да миллион. там что-то за 5 баксов. Макрискому сейчас. Блять, реально получилось забатить вообще? Mm -hmm. Mm -hmm. Не получилось, а там по видео привет. Там за 5 баксов что-то. Ну похуй же. На ног. А, машинка. Про что это? Старлинг. Mm -hmm. -а -а. Нормально. Что коробка за 500 бачей? Это, это интернет же, по-моему. Это интернет, да. да. Easy for uh, Gawain and ну, в принципе, все. У нас побеждает команда Гвина и Вани с чем я Поздравляем! Спасибо, спасибо, спасибо. ты хорошо справился со своей задачей. Спасибо всем, что пришли. Извините за технические неполадки. Все нормально, Ромнитель, ты слышишь только? Я на посолю ебанул ебану пылесос.